Эй, ребят, всем большущий-большущий привет. Так, давайте быстренько оценим качество звука, качество видео, вообще все-все-все быстренько с вами оценим. Хеллоу, хеллоу, такс, я вроде как на экранах появился, вроде как меня должно быть слышно, вроде как меня должно быть видно. Давайте оценочку от 0 до 10, как, собственно говоря, у нас обстоят всякие дела с организационными моментами. Десяточка, десяточка, Ваня тоже большой привет. Так, все, вижу, то что связь в порядке, вроде как видео тоже в порядке. Сегодня довольно необычный вебинар. Вот, сегодня мы с вами будем вспоминать вообще все темы, которые есть на ЕГЭ. При этом, а в чем заключается прикол основной? Основной прикол заключается в том, что мы с вами постараемся решать все те задачи, которые у нас с вами сегодня есть в варианте, непосредственно по мере их поступления. То есть за то время, которое я бы это делал на ЕГЭ, вот, и, собственно говоря, это моя вам рекомендация, да, то есть решать примерно таким способом. Вот, то есть у нас с вами такой сегодня будет полубрутфорс, да, потому что я не один раз повторял о том, что надо ну, изначально проешивать все задания довольно на высокой скорости, а потом, соответственно, их все перепроверять. Поэтому наша сегодня с вами, э, с вами цель будет заключаться в том, чтобы попытаться решить данный вариант, э, за два часа. Я не знаю, сможем ли мы с вами это сделать, на каком задании мы с вами остановимся и так далее, и так далее, но Uh, у меня есть все 27 задачек. Если кто не знает, ребят, где найти вариант, uh, по ссылке в описании есть Telegram. Вот в Telegram, пожалуйста, переходим. Там есть uh, все файлы, есть вордовский документ с вариантом. Но если кому лень это делать, можете зайти просто на сайт Полякова и открыть 20 вариант в генераторе заданий. Вот, uh, это как раз полностью тот вариант, который мы с вами сегодня будем разбирать. Ради чистоты эксперимента я не смотрел и не прорешивал uh, заранее те задачи, которые сегодня будут э, здесь разобраны. Единственное что, единственное что, за исключением некоторых номеров, у которых большие коды. А я их заранее включил как раз-таки в тот файл. Потом, по-моему, там лежит как раз теория игр и так далее. Вот, а для того, чтобы у вас коды после вебинара остались. То есть там решение теории игр, оно у вас прям в документе в этом висит со всеми файлами 19-21, по-моему, называется. Вот, ну а все остальные задачи я не смотрел. Буду решать также их по мере поступления. У меня есть, разумеется, ответы но, опять же, ход решения, мысль и так далее я не знаю, вот, поэтому как раз-таки будем полностью имитировать ситуацию, будто я сейчас нахожусь на экзамене, и как раз-таки заодно э, хочу вам показать, да, каким образом действовать, если там встречается какой-то затуп или еще что-то, в общем, э, примерно в таком формате с вами будем работать, Ну, не совсем спидран, вопросы, конечно же, задавайте, буду отвечать, буду останавливаться, но в любом случае будем работать в быстром темпе, опять же, э, по какой... По какой логике мы с вами будем решать эти задачи? Все, я думаю, понятно, да? Итак. Если вдруг кто меня не знает и вообще чем, собственно говоря, почему я таким образом занимаюсь, да и так далее, так далее, меня зовут, ребят, Даня, я являюсь преподавателем информатики в онлайн-школе 99 баллов. Это небольшое наше с вами знакомство перед тем, как я пойду жестко разносить задания, которые мы там с вами будем встречать. В онлайн-образовании я уже четвертый год, выпустил за это время более полторы тысячи учеников, чей средний балл составляет 85,7, ну и, конечно же, сам тоже сдал новый компьютерный ЕГЭ на соточку, чем довольно сильно горжусь, вот, и, собственно, Собственно говоря, стремлюсь к тому, чтобы вы тоже да, по моему примеру, тоже написали на 100. А, надо остановиться на третьем и двадцать втором задании точно, без проблем. Остановимся на третьем и двадцать втором задании, вот, времени у нас с вами сегодня, в принципе, вагон, но, опять же, да, говорю, что а, лучше попытаться уложиться в два, там, два с половиной часика, вот, чтобы у нас оставалось полтора и так далее на перепроверку тех результатов, которые у нас с вами сегодня будут. Ну, разумеется, я сразу буду сверяться, да, да потому что у нас есть ответы, и мы, как бы, с вами не на ЕГЭ. Запись будет, конечно. А, он же давал когда были бумажки ребят ну вы думаете что не существует пересдать что ли а, конечно я сдавал когда были бумажки да я писал то самое егэ которое было без компьютеров но в прошлом году я пошел на пересдачу и написал новый формат на 100 да потому что как говорится каким бы ни был ты крутым специалистом учителем и так далее и так далее навык иногда нужно освежать повторять и подтверждать вот а, все ладно ребят Давайте с вами э, начинать потихонечку. Да, прежде чем, конечно, мы запустимся, я вас попрошу подписаться на канал, подписаться на телеграм, да, в котором вы, кстати, те, кто присоединяются, можете найти этот вариант. Да, все в описании находится, все материалы я для вас предоставляю. На Ютубе огромное количество вебинаров, которые вам тоже явно стоит посмотреть, помимо этого видео, если вы наткнулись только на него. Э, огромное количество интересных тем, конкретных разборов, заданий и так далее. И так далее которые, соответственно, помогут вам закрыть конкретно те пробелы, которые у вас есть. Да, вам не обязательно смотреть все. Найдите, найдите тот вебинар, который вам нужен, который вам интересен, посмотрите его. Вот. Ну и, конечно же, поставим, накидаем лайков. Я надеюсь, то, что ваш этот вебинар будет вам полезен. Но обо всем этом все в конце уже поговорим. Поэтому давайте с вами не будем тянуть особо много времени. Три плюса в чат и погнали уничтожать задачи. Так, сразу беру черный цвет. И пойдем с вами разносить. Давайте, все три плюса абстрагировались. Опять же, рекомендую решать и продумывать задачи вместе со мной, а не просто тупо смотреть, как я решаю. Да, чтобы всем было понятно, чтобы у вас возникали по ходу решения какие-то вопросы, типа, стоп, подожди, у тебя вот так получилось, а у меня вот так, да. И мы сразу могли закрыть какие-то моменты, ну, прям в моменте, да, как бы странно это не звучало. Так, ну что, все, вроде плюсы вижу. Погнали тогда непосредственно решать. Итак, первая задача. На рисунке у нас есть с вами граф, таблица содержится, вот эти вот все пути, все, в принципе, понятно. Ну, стандартная задача, опять никак не связана с обозначениями на графе. Надо определить длину кратчайшего пути из пункта А в пункт В, да, то есть вот сюда. Если передвигаться, можно только по указанным дорогам. Опять же, кратчайший путь, в принципе, намек на алгоритм DX3, но здесь этих кратчайших путей не особо-то и много, да, ну, вероятно, будет путь либо ABV, либо ADV, либо, ну, в самом-самом крайнем случае это будет там д ой, точнее, ABGV, да, то есть на, нам в принципе здесь, опять же, для решения данного номера нужно соотнести все пункты со всеми вот этими городками, поэтому давайте в в принципе, этим и займемся. Что мы можем сразу сказать? А мы сразу можем найти спокойно пункт А. Это единственный пункт А, у которого степень вершины равен двойке. Согласны? Больше здесь других никаких степеней вершины равных двойке нет, поэтому P4 это явно непосредственно выбранный нами пункт. Дальше из него идут две дороги. В пункт P1 и в пункт p6. При этом оба этих города имеют также разные степени вершины, поэтому я спокойно могу их различить. У степени какой-то, точнее, степень вершины 4 и степень вершины 3. Давайте посмотрим у p1. У p1 степень вершины 4, да, потому что есть дороги в пункты p2, p4, p5, p7, поэтому, соответственно, это пункт d1. Значит, оставшийся p6 у нас будет пунктом, получается, b. Дальше что? Дальше можно найти пункт В, как раз-таки искомый нами, потому что дороги из P1 и P6 должны сойтись в каком-то одном пункте. Давайте посмотрим, где дороги э, в P1 и в P6 сходятся в каком-то одном пункте, кроме P4. Да, то есть P4 я исключаю, он нас не интересует. Они сходятся где? в P2, да, то есть здесь есть дорога в P2 и из P1 есть дорога в P2, поэтому вероятнее всего, конечно же, это у нас будет P2. Ну и давайте еще g -шку на всякий случай найдем, потому что через G тоже есть вероятность кратчайшего маршрута, я могу через P4, P6 в G зайти и потом, соответственно, пойти в P2, да, то есть вдруг дорога P2, P6 будет длиннее, чем P6, G, P2, поэтому давайте его тоже идентифицируем, он идентифицируется таким же образом, из P2 можно куда пойти, кроме P2, P1 и P6. Из P2, кроме P1 и P6, можно попасть в P3. Ну все, значит, это P3. В принципе, остальные пункты пока что мне идентифицировать смысла нет. Явно через них кратчайший маршрут проходить не будет. Логично, да? То есть, вряд ли мне нужно обойти вот таким вот образом и попасть сюда, да, если я могу сразу срезать вот здесь там или вот здесь как-то, да? Поэтому мы с вами данную ситуацию даже рассматривать не будем. Давайте с вами смотреть кратчайшие пути. Чему равна длина дороги P4, P6? Она равна... Ой, минуточку. P4, P6 – это 12. Дальше. P1, P4 – это 10. P1, P2 – это 8. P6. Э, так, минуточку. P6. Можно ли пользоваться ножницами на ЕГЭ? Да, можно. Я сам лично пользовался. А, там и Paint, по-моему, есть. То есть там вообще, в принципе, стандартные проги в основном не блочат. Вот. Там, в принципе, есть весь этот, весь этот ассортимент. Я реально 13-ю задачу решал с помощью ножниц. Итак, P6 э, – P6 P3, семерка. И P6, P2. Меня еще интересует. P2, P6, 5. А, ну здесь сразу явно, да. То есть либо 18, либо 12 плюс 5 17, либо 12, 7. Ну, так обходить явно невыгодно. Уже получается больше, чем, соответственно, пятерка. И поэтому ответ 17. Все. Ну, я здесь думаю, вопросов никаких не возникает. Поэтому давайте сразу пойдем дальше. Да, если вдруг какие-то возникают, то в чат пишите, я вернусь. Итак, есть вот такая вот функция. Надо, соответственно, определить, какая какому соответствует. Хорошо, давайте, в принципе, сделаем... Что такое ножницы? Ну, это программа, которая может делать скриншоты на винде. Что мы делаем? Ну, давайте, опять же, я изначально напишу прогу которая будет брутфорсить все вот эти вот возможные результаты переменных, да, то есть по факту построит мне мою таблицу истинности. ВЗ. Дальше что мне нужно сделать? For x in 0, единица и так для четырех переменных. У меня же их четыре, верно? Да, четыре. Все правильно. Канцелярские. Ну нет уж. Имеется в виду программа дальше w, дальше переменная z, и дальше мне нужно правильно написать свою функцию. Функция у меня должна быть истина, да, то есть поэтому я никакого нот здесь не ставлю. А дальше что происходит? W, то есть основная у меня вещь вот здесь, да, то есть это двойные скобки. Здесь у меня одинарные скобки, то есть получается W меньше либо равен, чем Y. И, и здесь пошли двойные скобки, внутри которых есть э, два выражения. Первое x следование z, то есть x меньше либо равен z. А дальше тождество y-следование x, то есть равно y-следование x. У меня здесь порядок операций не нарушен, да, то есть все следования находятся в скобочках, поэтому изначально выполнятся они, потом тождество, потом вот это следование, потом результат их конъюнкции. Раз результат должен быть истинным, я его так и оставляю, никакого отрицания и нот я здесь не ставлю. Ну и, соответственно, если оно у меня выполняется, я вывожу переменные в том порядке, в котором они у меня записаны в шапке. Ну и все, давайте я запущу. У меня получается вот такая таблица истинности, она довольно громоздкая. Давайте я даже, знаете, как сделаю. Для того, чтобы было удобнее работать, я ее вот сюда прям импортирую. И заново в слайды зайду. Итак, давайте. Что теперь мы с вами здесь будем сделать? А можно в авиорежим ВК зайти? Нет, нет, так нельзя. Можно, что за что странные вопросы у вас пошли? Калькулятором можно пользоваться. Кто вам сказал, что нельзя на ЕГЭ пользоваться калькулятором? Во-вторых, у вас есть самый очевидный калькулятор, это в Питоне. Ну, типа, вот вы зашли там в какой-то интерпретатор, типа, 12 плюс 5, хоба, 17, ничего себе, вот это магия, да? Оказывается, в Питоне есть калькулятор. Также есть Excel, в котором есть все математические функции. Не совсем понимаю, зачем вам вообще, в принципе, калькулятор нужен, если удобнее пользоваться даже в Python. Итак, продолжаем. Теперь надо их соотнести. А как это сделать? А тут на самом деле довольно хардбасно все это будет соотноситься-то. Давайте подумаем, как это все реализовать. У нас здесь с вами есть переменные, которые равны единицам, которые равны нулю только в одной ситуации. Да, то есть, вот, например, переменная z явно переменная, от которой стоит оттолкнуться, и переменная w. Да, почему? Потому что она единица равна почти везде. И у нее есть только один нолик. Поэтому переменная z явно не первая. Я надеюсь, то, что вы это понимаете. Вон там уже ответы полетели. Я пока не знаю. Сейчас посмотрим. Переменная z явно не первая. Правильно? Потому что здесь уже два нуля. Ну и в принципе переменную z можно поставить на все оставшиеся позиции. Давайте, знаете, как поступим. Найдем известную строку. У нас есть строка 0101. 0, 1. Возможно так будет проще. Где у нас две единицы, два нуля? Вот эта строка, да, то есть она является последней. Давайте их пронумеруем. Первая, вторая, третья. Вот третья строчка это вот это. Соответственно, вот эта переменная, давайте я прям вот так вот нагло сделаю, да, чтобы мы понимали. Вот эта переменная x, z, x, z, а вот эти оставшиеся, соответственно, у нас y, w, y, w. Теперь давайте думать, каким образом по данной информации мы с вами можем их соотнести x у нас равен двум единицам. При этом одна единица у него уже есть. Какая строка может быть, например, вот этой верхней? Нет, сюда x не подходит. То есть, смотрите, сюда лучше вписывается как раз-таки переменная z, потому что она равна одному... Давайте такую ситуацию рассмотрим. Смотрите, если вот эта переменная z что у нас будет происходить? Тогда у нас здесь явно строго будет стоять 0. Если не сойдется, я просто другой вариант рассмотрю. Если это переменная z, тогда у нас здесь явно будет стоять 0. Тогда это будет, получается, явно переменная x. Если у нас z равен 0, то должна быть... Строка со всеми нулями. Нет, минуточку, подождите. Что-то меня сломало. Ну-ка, секунда. А я точно правильно таблицу истинности-то построил? Так, z Ну, смотрите, у нас не может быть нулей строго. А, так все, господи, а почему я сюда строго ноль-то ставлю? Тогда здесь единица. Да, у нас же не может быть строго нулей, и у нас тогда не может быть строго единиц. Все тогда нормально соотносится. Тогда я все правильно построил. Да, что-то я немножко залагал. Все, смотрите, тогда здесь все три единицы, явно переменная z, Зачем в натуре мне рассматривать строки, где у меня по 4 нуля и по 4 единицы, если их явно нет? В каждой строке точно есть хотя бы один ноль и хотя бы одна единица. Соответственно, я их все вычеркиваю, тогда у меня z явно становится вот на эту позицию, потому что там 3 единицы, и 3 единицы можно поставить только лишь на одно место. Вот в чем прикол заключается. Да, вот она. Соответственно, оставшаяся переменная становится переменной x. Если у нее используется 0, и используется единица, здесь тоже единица. Ну и тогда оставшиеся переменные тоже легко соотносятся. А вот эта первая переменная, это переменная w, а вот эта переменная получается y. Да, здесь, в принципе, я изначально не заметил вот этого прикола, что у нас не может быть строки с четырьмя нулями и с четырьмя единицами. А так, в принципе, тогда она у нас нормально соотносится. Ну все. Тогда получается ответ w, z, y, x. Ну и мы, в принципе, можем переходить дальше. Запись будет? Да, ребятки, конечно, запись оставлю. Погнали дальше. Третья задача. А, так, с, давайте читать. У нас есть файл 3.5. Знаешь, кстати, Алексея Кабанова? Таблица альбомы. Ну, давайте нам наплевать пока что на это предисловие. Что у нас просит найти? Используя информацию из приведенной базы данных, определите, сколько мегабайт занимают все песни группы The Loren Stones. А, в ответ укажите целую часть получившегося значения. То есть, мне сначала нужно найти вообще ID группы. Да, то есть, я вот по этой картинке сейчас разбираюсь. У меня есть. Э, жанры мне вообще нафиг не нужны. У меня есть артисты. Правильно? То есть я должен найти ID э, моего артиста. Потом по ID артиста вычислить название всех его альбомов. А потом данные названия альбомов, подставив в треки, найти спокойно размеры всех этих треков, сложить и перевести в мегабайты. А, а в какой единице измерения у нас приведены они в таблице в митах? Или в байтах, или в каком-нибудь другом. Где у нас это написано? Треки э, аудиозапись в байтах. Да, то есть размер в байтах. То есть, у нас тут будут байты. Мы просто с вами суммарный объем должны будем поделить, условно, на 2, если килобайт, на 2 в 10. Все. Давайте посмотрим, надо ли нам здесь будет юзать VPR функцию. Я пока что не готов ответить на данный вопрос. Вот, понадобится нам с вами здесь VPR или не понадобится. Так, давайте я пониже вот так вот спущу его, чтобы вам было видно и прибавлю. То есть, смотрите, я сейчас нахожусь в альбомах, но прежде чем к альбомам перейти, мне нужно сначала вычислить ID моего артиста. А как это сделать? Ну, давайте по фильтрам посмотрим. Опять же, VPR буду юзать только в той ситуации, если у нас много большая выборка чисел, которые я из одной таблицы руками переносить в другую не хочу. Я этот столбик просто подтяну через функцию VPR. Что за функция VPR, ребят, на моем канале было уже вебинар по этому, по этой функции, поэтому, пожалуйста, посмотрите. Вот вам, пожалуйста, первое домашнее задание после сегодняшнего урока: разобраться с функцией VPR в третьем номере. Вот, я вам в этом уже немножко помог, потому что я записал видос отдельный. Так вот, мне здесь, в принципе, надо сортировать фильтр, да, и мне нужно за Rolling Stones. Давайте их загуглим. The... Вот он. Давайте выделить его у него айдишник 142 теперь иду в альбомы э, фильтрую и по названию так это название альбомов мне нужно id исполнителя я знаю что за stones это 142 правильно давайте я найду здесь 142 и найду его альбомы все слава богу их здесь мало Впр я здесь юзать не буду Поэтому 216, 217, 219, ой, 216, 217, 218, то, что мне надо. Теперь иду в треки. Также все это дело сортирую, и мне нужно, получается, найти по альбомам, да, все треки. Потому что веса указаны у конкретных треков, у него альбомов, правильно? Поэтому также фильтрую и ищу не жанр, а номера альбомов. Выделяю номера альбомов под номерами 216, 217, 218. Ну, здесь все довольно легко, да? 216, 217. Извини. Елки-палки. И 218. Вот они у нас. А, вот их размеры. И я их, соответственно, все давайте просто тупо выделю. Ты все выделил? Да, Ctrl C. Я перейду на новый лист какой-то отдельный. Я их все вот сюда запишу. И мне нужна их сумма, получается, деленная на что? То есть сумма всего вот этого диапазона. Мне нужно перевести во что? В мегабайты. То есть мне нужно, получается, поделить данную сумму на 2 в какой степени, если это мегабайты. На 2 в 20, правильно? Потому что у нас уже байты, не, не в 23, значит, будет, потому что уже в байтах я посчитаю, правильно? У меня получается 316 мегабайт с чем-то там. 316. Ну и, соответственно, мне нужно только целую часть указать, ответ 316. Все. Поехали дальше. У кого вопрос возникает какой-то? Вроде вопросов нет. То есть тут даже ВПР-ку не пришлось юзать, в принципе, довольно простой номер. Так, давайте четвертый посмотрим. Почему я не могу фильтр создать? Кликаю, просто не реагирую. Это такие задачи э, решаю. В смысле, не можешь фильтр создать? Когда ты переходишь вот сюда, вот, надо выделить шапку своей таблицы для того, чтобы фильтр создать. Зайти во вкладку Главная, Фильтры и Сортировка, и здесь нажать Фильтр галочка, все. После этого он тебя создаст фильтр. Итак, смотрим, а что дальше происходит. А, Б, В, Г — это все буквы, которые я передаю. Они строго соответствуют условию фану уже по условию. Буква единица, точнее, код единицы занят. По поводу перевода, где глянуть можно, в какую степень переводить. А, ну, вообще говоря, это, конечно, загуглить можно. Но вообще у меня был вебинар по кодированию, а, там называется растровая векторная графика, по-моему, или что-то в этом роде. Кодирование, декодирование информации. Я там показывал табличку хорошую, красивую, где я объяснял, как мегабайты переводить в килобайты, как килобайты переводить в байты и так далее, и так далее. Мы там этим занимались. Вот можешь там тоже найти. Но, в принципе это и в интернете есть, это не не секретная информация. Итак, единичка занята уже. Из нолика у нас с вами получается что? 0.1 у нас с вами занято 0,1,1 под букву B. Ну, соответственно, давайте возьмем вот это под букву В. Вот это, например, под букву Г. Какая суммарная, кратчайшая длина кодовых слов для ВГ получается здесь 2, здесь 3, ответ 5. Все, едем дальше. Вообще ничего сложного не вижу. Так, на вход алгоритма. Поступает r, дописывается последняя цифра, потом дописывается 0, если в двоичке. Э, а зачем. А, вот какая хитрость! А я сразу заметил: если в двоичном коде числа n четное число единиц, тут же мы их небольшой. То есть смотрите, вы строите число r к этой записи, уже дублируете последнюю цифру, но следующий шаг выполняется на основании числа n. То есть мы смотрим количество единиц именно в этом числе. И потом к результату дописываем еще один бит четности, чтобы количество единиц было четным. Но я здесь думаю программирование юзать, да, то есть здесь бессмысленно пытаться что-то сделать. Поэтому поехали, я с вами так и поступим. Открываем обратно. Так, это убираем. И поехали. Для... Ну, давайте, минимальное число, for in range. По стариночке до 1000 будем с вами брутфорс. Итак, давайте это будет число n, чтобы мы понимали, что это такое. Число r, получается, это двоичка, да? То есть я перевожу сразу в двоичную систему счисления и срезаю первых два префиксных символа, чтобы у нас осталось только само двоичное число. Все, r в двоичке. Теперь дальше что я делаю? Дальше дублирую последнюю цифру. Ну, раз у нас это строка, я могу обратиться к, получается, r нулевому, правильно? r0 продублировал. Дальше смотрите, почему же мы их справа дописываем 0, если в двоичном коде числа n четное число единиц. То есть я должен взять двоичный код числа n Вот этот вот, посчитать в нем количество единиц, не в числе r, в котором у меня уже на одну, числу, на, на одну цифру больше. Правильно? Ты что ты будешь делать? Посчитать в нем количество единиц. И если оно окажется. То есть остаток отделен на 2. Что там четный? То есть равен нулю, правильно? То дописываем 0. Четное число единиц. Соответственно, мы к моей r прибавляем 0. В противном случае, в else, да, я к своей r буду прибавлять единицу. А дальше, что я делаю, так последний же это минус 1. Да, все правильно. Это я косикнул. Извиняюсь. К полученному результату дописывается еще один бит четности так, чтобы количество единиц двоички стало четным. То есть, если в моем полученном числе r количество единиц нечетное, то есть остаток от деления у него не равен нулю, то тогда я к r должен единицу добавить. То есть я добавляю единицу, если нечетное число у меня единиц. То есть, чтобы стало четным. В противном случае получается, э, else. я буду к r добавлять 0. Ну, чтобы у меня ничего не поменялось. Почему минус один? Я что-то не понял. Минус один – это последний символ. Индекс последнего символа, потому что на строк... в строках есть э, двухсторонняя индексация. Если у тебя есть строка э, «Даня», то ты можешь обратиться к ним как в положительным индексом, так и с отрицательным индексом. Но отрицательный индекс начинается с минус единицы. Поэтому первый типа «0», э, последний индекс «минус 1». Зачем 0 добавляем? Чтобы количество... Ну, в смысле, к полученному результату дописывается еще один бит. То есть мы должны добавить какое-то число стопудово. Но чтобы количество единиц осталось четным. Соответственно, если у нас уже изначально четное число единиц, я должен дописать 0, чтобы не поменять это количество. А если у меня нечетное количество единиц, то я добавляю единицу, делая ее четным. Ну и вот у меня число, и мне нужно, получается, чтобы оно было больше минимальное, при этом больше 105, которое могло получиться. То есть я его обратно перевожу, вот это вот свое число r из двоички, и если оно у меня оказывается больше 105, то давайте его и принтанем на экран. То есть... Integer, вот этот r. И сделаем break, поскольку мне нужно минимальное, правильно? У меня получается 111. Ну и, видимо, ответ 111. Давайте-ка я проверю, кстати. Эм, барам -барам. Так, в третьем 316, в пятом 111, в четвертом 5. Да, все правильно, 111. Ответ 111, короче, easy, едем дальше. Я думаю, то, что здесь вопросов нет. Программа, в принципе, все для нас сделала. Так, ну шестой номер. Что здесь? Брутфорс? Стандартный Брутфорс. Не вижу смысла здесь что-то упарываться и так далее. 4I in range. 1000. По-хорошему, конечно, соответственно, чисел бы пойти. Да, ну ладно, давайте так сначала попробуем и наибольшее введенное значение, при котором программа напечатает 729. Здесь, в принципе, руками даже можно решить. Довольно простенькая задачка. Ну, да ладно. Итак, s передаю в качестве i, n равно нулю, пока s больше нуля. Вроде так, да? Нет, пока s меньше 185, а i, n, точнее, равен единице. Что я должен делать? Я должен к s прибавлять тридцатку, а n увеличивать, увеличивать на 3. И если у меня n получится равное 729, то я принтую найденное число i на экран. Максимальное 34, минимальное получилось равное 5. То есть здесь даже нет смысла брутфорить отрицательные числа. В принципе и так понятно, что результат будет среди положительных. Ну, соответственно, надо эти числа расположить в порядке убывания, поэтому ответ, ответ 345, типа 34 и пятерка. 345. Да, тоже получил 345. Поехали дальше. Седьмая задачка. Автоматическая камера производит растровое изображение. Размер известен то есть кодирование. Ой, кодирование. Разрешение известно. Потом каждый пиксель записывается в битах, все понятно, без промежутков. Объем не может превышать 1500 килобайт. Без учета заголовка. Какое максимальное количество цветов можно использовать в палитре? Ну, вспоминаем, да, это стандартная тема кодирования. Какое максимальное количество цветов можем использовать в палитре? Цвета мы всегда можем посчитать как 2 в степени i, где i это количество бит на один символ. Правильно? То есть на один цвет. На один пиксель даже было бы правильнее сказать. Хорошо. У нас объем равен 1,5 к килобайт, делим его на разрешение, получаем вес одного пикселя, то есть наша i. Потом подставляем вот сюда и находим, соответственно, количество цветов. То есть нам надо полтора, давайте я прям здесь это сделаю, только надо чуть поднять, наверное, да, чтобы было корректнее. Прям здесь это сделаю. Полторы тысячи килобайт, правильно, у нас там килобайты, это важный момент, в бит надо перевести. Раз килла это 2 в десятый, а раз байта еще 2 в третий. Получается 2 в тринадцатый. То есть 2 в тринадцатый. И я это дело должен все поделить на 1, 2, 8, 0 умноженное на 1, 9, 2, 0. Вот такая ситуация. Получаю ровно 5. То есть получается ответ 32. Ну, типа 2 в пятой степени будет равен... 32. 32 различных цвета я могу использовать э, в условиях данной задачи. Да, 32, все, большие молодцы. Если что, ребят, я быстро иду вперед, да, не стесняйтесь, задавайте вопросы, я могу назад вернуться, если что. Ну, не прям там на 50 заданий, да, но условно в рамках одной задачи я могу вернуться назад. Всем вроде понятно. Так, комбинаторика. Давайте посмотрим. Четырехбуквенные слова. Вайфу, причем не может начинаться с и краткой и не содержит сочетание вф и фв. Но здесь и сразу. При этом все буквы в слове различны. Сколько таких слов может составить Вика? Так, ну смотрите. Раз все буквы различны, то это permutations, правильно? Перестановки. Перестановки. стопудово. То есть, давайте from itertools import permute так пермутация дальше для всех этих перестановок из букв вайфу. то есть for i in давайте не range а permutations буквы какие у нас YFU Используется длина наших слов равна четырем, если я не, помню, не путаю ничего, да? Четырехбуквенные, да, все правильно. При этом и краткое, не первое, fv тоже не содержим. То есть, давайте я принтану, покажу вообще, что у нас происходит. То есть я составляю все возможные перестановки вот этих вот букв в каждом наборе каждая буква встречается один раз. Но это множество. Множество не хочу, да? Хочу сделать красивую строчку, поэтому давайте я создам какую-то пустую строку и к ней через метод join подсоединю все символы нашего множества i. Теперь у нас с вами будут печататься уже красивые строчечки. Вот они. И нам надо проверить с вами условия. Да, это восьмое задание. А, Во-первых, мне здесь нужно количество, мне нужно проверить условия, какое. Что первый символ, то есть а нулевое, не равняется Uh, переменной и краткое, правильно. При этом у меня еще не должно содержаться fv и вф, То есть, делаю вот так, vf not из uh, a, правильно, not in a, точнее. То есть не содержится переменной a. После месяца обучения вебинары сохраняются, конечно, ребят, конечно. Никто у вас запись отбирать не будет. И та же самая ситуация, только ФВ наоборот. То есть теперь здесь э, было ВФ, теперь ФВ. ФВ. Да елки-палки. ФВ. Русский язык этот. Ну елки-палки. Вот. То есть у нас не первая буква и краткая. При этом ВФ нету в строке А и при этом у нас в ФВ тоже нет строки А. Если такое выполняется, то давайте к счетчику прибавлять единицу, а по итогу я хочу напечатать каунт. Ну, у меня получается 68. У кого 68 получилось? Давайте я ответы проверю. Так, это восьмая задача. Восьмая задача ответ 68. Да, действительно, все правильно. Ну, то есть здесь стандартно можно все это дело перебрать. Можно, в принципе, и руками это сделать. То есть посчитать количество всех четырехбуквенных комбинаций, в которых нету первой буквы I. Это, в принципе, тоже сделать несложно, потому что все буквы разные. Здесь можно через правила произведения это все сделать. Вот, а потом просто посчитать, сколькими способами вы можете расставить слова в ФЭ, и фв, ну это просто типа x2, да, получается. Раз буквы одинаковые, в разном порядке, просто умножить количество вот этих на 2. Фв на 4 места и посчитать, какое количество слов там будет. То есть, в принципе, тоже стандартная задача для ручного решения. Долго, конечно, но все равно можно. Итак, девятая задачка. Алексей Богданов, давайте посмотрим. В файл электронной таблицы открыли три натуральных числа. Выяснить, какое количество троек чисел могут являться величинами углов равностороннего треугольника, а выраженных в градусах, выраженных в градусах. Почему именно а нулевое? Я обращаюсь индексом нулевое именно к первому символу моей строки а. Подождите, а в чем прикол? А, если это градусы в равностороннем треугольнике, равносторонний треугольник, у него же градусная мера всех углов должна быть, ну, типа, одинаковая, нет? То есть, я просто должен тупо сравнить все три числа, что ли? Ну, да. Ну, так да, подождите. Все под 60 должны быть равны просто, и все. То есть, у меня они должны быть равны между собой, равны 60. То есть, все три числа должны быть по 60, конец. А почему тройки тогда? Ну, потому что три угла, в смысле. Три натуральных числа. Какое количество вот этих вот троек, то есть, прям все три числа, типа, могут являться величинами углов. Ну, давайте попробуем. У меня в любом случае есть ответы, сейчас проверим. Я просто пока не понимаю, в чем прикол. Типа, это же довольно просто, нет? Давайте я прям даже на полный экран открывать не буду. Итак. То есть, если. У меня одновременно выполняются три условия. Вот это равно 60. Вот это равно 60. И вот это равно 60. Правильно? Если вот это все три условия выполняются, тогда истина. Ставлю единицу. В противном случае 0. Ставлю ложь. Закрываю. Растягиваю на весь диапазон. У меня получается сумма по данному диапазону. Давайте я прям выведу. Она равна 42. А какой ответ? Ответ 42. Ну да, такая вот простая задачка получается. Все, ответ 42. Все восьмые таким, задания, таким образом можно решить, да. Но через комбинаторику в любом случае не решаются. То есть вайфу в прошлой задаче никого не смутило? Нет, никого не смутило. Так, ну что, все. 42 получили. Потрясающе. Поехали дальше. Страшная месть Гоголя надо найти... Так, подождите. Страшная месть вечера на хуторе Близдиканьки. Не понял. Опечатка? А, а, -а, -а, а, это повесть. То есть у нас есть книга, а внутри есть повесть. И надо только в ней посчитать, сколько раз встречается союз И со строчной буквы. Ну, это, в принципе, не сложно. Вопрос, как из... Э -э -э давайте я открою. 140 первый. Так, это я закрываю. Не сохранять. То есть мне нужно... Откройся, спасибо. Нет. Вот сюда вот. Мне нужно здесь найти только вечера. А как это, кстати, сделать? Вот, состав, да? Только только страшную месть. Вот она. Ну как это сделать? Это что у нас? Это страшная месть еще идет? Да. То есть мне по факту нужно всю страшную месть. Ми... А как я могу здесь э, поступить проще? А я могу просто постирать... Могу же постирать. А я могу просто же постирать, правильно? То есть, смотрите, а мне можно здесь просто давайте команд B стирается? Нет, не особо что-то стирается. Я здесь так не могу, да? Или могу все-таки удалить, развернуть, свернуть навигация? Ну, если я, мне кажется, можно на Винде стереть, я просто не разбираюсь, пока как это сделать на Маке. Какой комбинации клавиш? Типа через Backspace это не работает? Через обыкновенный. Ну ладно, давайте тогда я попробую выкрутиться из этой ситуации. Вы на винде можете в любом случае стереть, да, просто тупо те главы, которые вас не устраивают. Но ну, а мне, походу, придется просто всю страшную месть скопировать. Если я ничего не путаю. А, только вопрос один у меня возникает. Она докуда идет? То есть вот вся страшная месть, правильно, а дальше Иван... Да, вот Иван Федорович дальше. То есть я могу скопировать и, в принципе, вставить в новый документ. Давайте я файл создать. Просто вставлю вот сюда. То есть вот у меня моя страшная месть. Просто в новом документе вся по главам. Вот она у меня содержится. Давайте в ней посчитаем количество буквок и. А можно в поиске текущий документ выбрать? Но ну, это как-то странно. Я, если честно, не разбираюсь, как это сделать. Тем более на Макбуке. Может, на везде как-то и можно, но я в Маке вот этой вот всей фигней не шарю особо. Тем более здесь поиск абсолютно отдельно. Ну давайте, ладно, попробую сначала сделать и а вообще ответ получим. Итак, в любом случае мы с вами как ток, мы должны идти по пути наименьшего сопротивления. Как проще, так и делаем, правильно? Как логичнее, что в первую в башку пришло, то и, то и пытаемся сделать. Итак, где состав найти? Ну, у меня, вот, по крайней мере, вот здесь отображается. То есть, вот он. Состав отдельно вот в этой штуке. В панели совпадений. У вас на винде он тоже должен слева отображаться. У вас там три вкладки, по-моему, найти, заменить и так далее. У вас состав тоже там можно найти. Это, в этом я на 100% уверен. Итак, мне что надо сделать вообще? Сколько раз встречается союз И со строчной буквы, ну то есть маленький, ну и все. То есть мне нужно только слово целиком искать, я ищу просто букву и без всяких подхождений, и я учитываю регистр. То есть галочку не учитывать регистр я убираю. Мне нужен регистр. Сколько раз у меня встречается и у меня получается 582 раза. Вот он мне все вот эти вот мои ишечки выделил. Давайте я сверюсь с ответом. 582 раза. Да, действительно, все правильно. То есть, опять же, либо я стираю все, что мне не нужно. Вот, но я не, не знаю, как это сделать на Маке, ну, адекватно. Поэтому я просто скопирую, да, страшную месть свою, вставлю в новый документ и найду там необходимые совпадения. То есть здесь, в принципе, тоже ничего сложного. Ответ 582. Ребята, останется запись стрима, конечно. Кто же вам, кто же вас запретит ее смотреть? Так, давайте, все не сохраняю, закрываю. До свидания. Поехали, продолжаем. Следующая, сдачка номер 11, кодирование. 10 символов, 26 различных юзаем, в базе данных число байта сохраняется, кроме собственного пароля есть 15 байт доп. в компьютере выделено 4 килобайта, в каком наибольшем количестве, ну это изи, это вообще это для детей. То есть смотрите, 4 килобайта это общий вес, который в принципе, давайте я черный маркер возьму общий вес, который я, в принципе, могу здесь использовать. Теперь давайте посчитаем вес на одного пользователя. На одного пользователя уже как минимум идет 15 байт дополнительной информации, правильно? Это какая-то дополнительная инфа. Плюс к нему еще прибавляется пароль. А как найти пароль? А легко, нам дали все данные. 26 различных символов я использую. Алфавитный подход к измерению информации. Вспоминаем формулу. Формула Хартли, что у нас делает? А, говорит о том, что 2 в степени i равно непосредственно необходимому количеству символов. У нас 26 таких различных комбинаций. Соответственно, 2 в степени i должно превысить количество вот этих комбинаций. Какое, какое количество бит у меня должно быть в пароль-коде на один символ для того, чтобы закодировать 26 различных комбинаций? Ну, а, получается 4 мало, 5, 5 достаточно. То есть 2 в 5 и 32. Соответственно, i равно 5. Правильно? 5 бит на один символ. А таких символов в пароле у меня 10. Правильно? То есть выдается пароль состоящий из 10 символов. Соответственно, у меня всего получается 50 э, бит. И мне говорят, что я кодирую в это все дело в число байт. То есть надо поделить на 8 для того, чтобы узнать, какое количество байт. Ну смотрите. Здесь надо 7 байт. Правильно? То есть у меня получится здесь 6 с чем-то. Да, 6, 8, 48. Но... Минуточку, а, желтый слоник, а какие варианты лучше прорешивать, решу ЕГЭ или сборник Крылова? А, если выбирать между решу ЕГЭ и сборником Крылова, то лучше, наверное, все-таки даже сборник Крылова. Вот, просто сборники Крылова ты решишь 5 вариантов, все остальные 15 будут полным копипастом предыдущих, поэтому я не рекомендую вообще в принципе больше там 5 вариантов из сборника Крылова разбирать. Реши там, я не знаю, там пару четных, пару нечетных, тебе этого хватит. А потом переходи на Полякова. Вот такая вообще лучше будет логика, потому что решу ЕГЭ, ну, такое себе тоже. Там очень много неактуальных заданий. На полякове это в принципе, в генераторе хотя бы актуальные последние отслеживаются, а здесь вообще бред. Итак, то есть, получается, я округляю до 7. Это важный момент. До семерки. А 6 мне не хватит. 6,8, 48 всего получится бит, правильно? А мне нужно 50, поэтому 7 байт. 7 байт обязательно. Спасибо. Пожалуйста. 7 байт на один пароль плюс 15 байт доп. сведений. То есть получается 22 байта суммарно вес одного пароля. 22 байта. А мне спрашивают, сколько можно сохранить, имея 4 килобайта. А Поляков? Так, в смысле, я только что про Полякова и сказал. Так, возвращаем Тончика нашего. Итак, мне нужно посчитать 4 килобайта. Это 4 на 2 в степени. Если у меня уже в байтах информация используется, то я не буду ее в биты переводить, согласны? Мне нужно 4 килобайта просто в кило перевести. То есть на 2 в 10. Это вот эта вот величина у нас с вами условно получается. И мне ее нужно с вами поделить на что? Решу ЕГЭ ИГ, теория игр старого формата. Зашла порешать и начала плакать. <laughs> да, бывает. 4 килобайта делено 22. Все. Бам-бам. У меня получается 186 и какой-то там дальнейший постфикс. Мне этот постфикс, получается, просто откинуть надо. То есть у меня остается какая-то доп. информация, которую я вот там 18, 18, 18, 18 могу впихнуть, да. Но. Она же не цельная, то есть я там, например, еще там 2 мегабайта от какого-то пользователя килобайта от какого-то пользователя могу сохранить, да. Но у меня 186 как бы целых пользователей я могу сохранить. И немножечко еще останется место. Но меня ведь спрашивают, как... о каком максимальном количестве целых пользователей, да. Поэтому ответить будет именно 186 это важный момент. Да? Когда вы округляете, всегда просто вдумывайтесь в какую сторону надо округлить. У меня 108, у меня вот 4 килобайта. Я могу сюда запихнуть 186 целых и еще немножко вот там 0,18,18 останется. Сколько я могу всего поместить? 186, правильно? Все, ответ 186. Погнали дальше. Профиль матеша где лучше? Математику, ну, кстати, математику, ну, решу, вроде как можно делать, не знаю. А, ну, я, я шарю только за инфу прям хорошо. Может, там что-то поменялось. Итак, двенадцатое. Ну, это все билиберда. Так, вот программка. Дана строка, состоящая из 500 цифр 5. Сколько троек было... О, интересно. Хотя нет, не интересно. Сколько троек было удалено за время обработки строки. Просто тупо ввести счетчик. То есть обычный алгоритм. Нужно стырить счетчик, который будет считать, какое количество троек я в реплейсе заменяю. Вообще говоря, должно сработать. Давайте попробуем. То есть мне надо переписать полностью алгоритм. У меня 500 э, строка какая-то, у меня 500 э, цифр 5. При этом, пока у меня нашлось 555 5, 5 или 333, 3, 3, 3, то есть пока у меня 555 инс. 5, 5 или 3, 3, 3, in S. Приоритетная операция это замена троек, правильно? То есть если 3, 3, 3, in S, то тогда я в S, соответственно, буду класть S replace. Replace чего? 3, 3, 3 на 5. То есть вот у нас тройки начинают пропадать. 3, 3, 3 на 5. Вот у нас тройки пропадают, поэтому какой-то счетчик там я заведу и буду, получается, увеличивать его на 3, потому что я 3 тройки заменил на 5. Сколько троек удалилось? 3. Изначально счетчик равен 0. Вот, а вэлса, соответственно, буду делать оставшуюся операцию. Ой. Вот это вот. Что я там заменяю? 5, 5, 5 на 3, ну понятно. 5, 5, 5 на 3. То есть нас здесь просто найти именно какое количество троек стерлось. Вот и все. Ну и вообще говоря, конец. Надо просто тупо принтануть. А, принтануть что? Принтануть а, каунтер обыкновенный. Да? Делаем вот такую штуку. Получ... Опять 186? Минуточку. Я точно правильно посчитал? Два раза 186? В натуре два раза 186. Ну ладно, хорошо. Удивляет, умеет удивлять. В натуре два раза 108-6 ответы подряд идут. Ну ладно, ничего страшного, бывает такое. Кому понятно, как мы сделали? То есть стандартные программы просто внедряем внутрь непосредственно... Кстати, на Полякове новая 12 появилась. Может, его чекнем? Хорошо, на следующем открытом, либо через один еще открытый вебчик обязательно посмотрю. Ну, если там что-то прям стоящее. Макбук Данила Казакова по имени Виктор. Забавно. Ладно, все, поехали дальше. А, так, вопросик какой-то был. Все, вроде вопросов не было. Хорошо, погнали. Здесь ответ 12. В 13. Ну, тут вообще хардбас, конечно, дичайший. Это я даже не знаю, как мы с вами решать будем. 13. Это, конечно, каждый раз удивляет 13 задание. Сколько существует различных путей из города А в город М, проходящих непосредственно через город Г? По этой проге все 12 можно решить? Нет, не все. Но у меня был, по-моему, открытый вебинар по 12 задачам. Посмотри обязательно ее или я бы МГЭТ это разбирал, я уже точно не помню, поэтому 100% рекомендовать не могу. Но в любом случае, если там говорят, что на Плекове вышли новые 12 то я, наверное, сделаю вебинар по 12-м заданиям. Вот, поэтому вы в любом случае до ЕГЭ узнаете, какие существуют различные варианты программ. Просто, просто там бывают еще варианты, где неопределенная строка. То есть, когда строка определенная данный алгоритм, он работает в 100% случаях. Если там не определена строка, то вам там приходится подключать всякие комбинаторики, брутфорсы, циклы и так далее, чтобы строку составить, потом ее прогнать и вывести ответ. То есть там еще бывают такие варианты 12-х номеров. Так вот, что я? 13 задача. Просто берем и считаем. Нам надо, чтобы мы проходили через город Г. Давайте я его отмечу вот таким вот образом. Поэтому давайте сначала посчитаем количество путей от города А до города Г. Сколькими путями вообще в него можно попасть. Ну, один, два. Все. В город Г можно попасть двумя путями. От, до города Г у нас это количество равно двум. Теперь давайте я возьму другой цвет. С... Сложно, синий. И теперь от города Г буду считать до всех остальных путей. То есть сюда можно попасть за единицу. Да, обязательно начинаю принимать город Г как стартовое значение. Сюда можно попасть за единицу. Правильно? Значит, сюда можно попасть за единицу. Сюда можно попасть уже... Точнее, вот сюда можно попасть... Наврал вам, за двойку. Да, сюда два. То есть сюда единица плюс единица складывается. Дальше сюда 2, 1, 1 непосредственно складывается в 4. Здесь у нас уже, значит, непосредственно получается 7. Но это алгоритм утроения, да, я так понимаю. То есть сюда семерка, вот сюда идет 7. Сюда 7 плюс 7, то есть 2 умножить на 7. А сюда 2 умножить на 7. И семерка, ну, типа 3 на 7 получается 21. То есть у нас получается количество путей от города Г до города М получается равно 21. Ну и ответ Перемножение, да, потому что я на любой способ добраться от города А до города Г Могу применить потом любой способ из этих 21 маршрута добраться до города М а. Все, у меня получается ответ типа 42 Ответ правильный 42, и мы, в принципе, с вами можем переходить к следующей задаче Здесь, думаю, несложно Все, погнали дальше Так, 14 -е. Значение вот этого выражения записали в системе счисления с основанием 4. Нестандартное, но ничего страшного. Мы с вами знаем универсальный способ перевода, правильно, из любой системы счисления. Сколько цифр 3 содержится в данной записи? Давайте просто посчитаем. Я не вижу здесь никаких проблем. То есть у меня есть какое-то начальное число x. Привет от выпуска 2021 года. Привет, дружище. У кого есть котенок? У меня нету.

Получается количество троек в четверичной системе счисления. Поэтому давайте я заведу какой-то каунтер троек, и пока мое число x будет больше, чем 0, я буду переводить его в четверичную систему счисления. Ну, то есть мне здесь не надо, не надо даже переводить его в четверичку. Понимаете? Я на этапе э, вот этих вот ловли цифр, могу сразу вылавливать последнюю цифру, проверять ее на тройку. То есть, смотрите, если у меня получается, что последняя цифра от деления на 4. Uh, равна 3, то тогда я counter троек просто сразу тупо увеличиваю на единицу. А потом уже x смотром uh, div 4 делаю. Ну и по факту у меня ответ uh, это counter троек. 298 у меня получилось. Ну-ка, давайте посмотрим. Да, ответ 298. Ну, то есть, несложно. Данил, насколько ты сдал информатику пыбжа? Я не знаю, что такое информатика пыбжа. Можно вопрос? Конечно, конечно, задавай. Не спрашивай, можно ли вопрос. Просто спрашивай. А, все. Что, пошлите на 15 здание? Здесь 298 получается. елки палки, извините, если было громко. Уронил карандаш. Ну куда же без этого? Задачка Евгения Джобса. Для какого наименьшего целого, неотрицательного числа? А! Тождественное истинное выражение, что. Uh, то есть принимает значение 1 при любых целых неотрицательных x и y. Ну, здесь, конечно, можно руками попробовать что-то сделать, но мне очень сильно лень. Это две прямые, две области под прямыми, которые надо смотреть, как они там накладываются друг на друга. Поэтому давайте это брутфорсим. Скорее, ну, тут, скорее всего, брутфорс возьмет эту программу, uh, потому что небольшие цифры, небольшие числа, поэтому я думаю, что все прокатит. Итак, давайте. Мне нужно, получается, брутфорсить значения А. Они не отрицательные. Ну, давайте до 1000 возьмем. Изначально будет какая-то переменная окей, которая будет изначально истина. А потом я буду подставлять все возможные значения, тоже не отрицательные, да? Ну, типа с нуля начинаю. До штукаря x и y все возможные. И проверять. Причем здесь y. И проверять. Если у меня ломается моя функция. А какая у меня функция? У меня функция это 5 умножить на x минус 6 умножить на y больше а. Стоп, меньше а. Меньше а. Или, или там, по-моему, x минус y был больше а. Вроде вот так. А, нет, больше 30, извиняюсь x минус y больше 30, а здесь меньше, чем h. Все, если вот это выражение ломается при каком-то x и y, то переменная ok сразу становится фалсом. Я сразу выхожу из этого цикла, сразу делаю проверку, если not ok, да, то есть это не ok. Это, как говорится, ну так ладно. То есть я вот этим брейком прерываю только вышестоящий цикл. Чтобы у меня быстрее работала прога, я еще и вот этот цикл должен прервать, поэтому здесь тоже делаю проверку на то, что у нас окей okay не выполнился, чтобы из этого цикла тоже нафиг выйти. Вот, ну и потом, когда про брутфорсил, делаю проверку. Если переменная окей okay, так и осталась истина, то я, получается, должен принтануть найденное значение а потому что не нашлось ни одного x, y, который бы его сломал, правильно? А, но ну, а раз не осталось истина, то я ничего не выведу. И мне нужно такое наименьшее значение, поэтому ставлю break, раз иду в возрастающем порядке, да, чтобы все большие числа этого просто не выводились. Запускаю, у меня ответ 151 выводится. Правильный ответ 151. Да, действительно, все верно. То есть, в принципе, здесь довольно простенький брутфорс. Ну что, как-то так. 15-я задача, в принципе, несложно. Погнали дальше. Так, ну-ка давайте посмотрим. Алгоритм вычисления задан троллевали. Назовите минимальное значение n, для которого fn определено и больше тысячи. А вот это, ребятки, интересно будет. Потому что определено уже наталкивает меня на мысль того, что здесь надо использовать try accept. По-любому. Вот чувствую, как говорится, на наитие у меня есть. Ладно, давайте изначально функцию пропишем. Какая-то f принимает на вход параметр n. И что она делает? Она возвращает, если меньше либо равно 5, возвращает n. То есть если n меньше либо равен 5, то мы делаем return переменной n. Return. Дальше что? Если, если, больше 5 и кратно 5, то есть если n больше 5 и n мод 5 равно 0, то тогда мы делаем return чего? n плюс f n деленное на 5 плюс 1. n плюс f n деленное на 5 плюс 1. Ну и давайте я скопирую. А следующее, если мы больше, но не кратный 5, а в предыдущей задаче x, y не отрицательные же. Но они не отрицательные. Так я их с нуля и бортфорсил. С нуля и до 999. Range 1000 было написано. А здесь я должен выводить fn плюс 6 просто. fn плюс 6. Все, в принципе. А теперь смотрите, в чем прикол. Назовите минимальное значение n, для которого fn определенное больше 1000. Ну, то есть стандартная логика решения говорит нам, что сделать. А давайте брутфорсить все возможные числа. Э, вот такие, например. Да? Э, э, и если у нас f от этого числа i будет больше, чем штука, то я, соответственно, напечатаю его на экран. И сделаю брейк. правильно? Но если я сейчас запущу эту программу, кстати, возможно, ответ получится. Нет, нифига, да, надо try использовать. То есть, смотрите, у нас здесь происходит какая ситуация? Ситуация довольно интересная происходит. У нас выдается ошибка рекурсивная. Максимальная грубина рекурсии превышена. Что мы делаем в таких, ситу... в таких ситуациях? В мастер-группе я про это говорил, да? А, а здесь нет. То есть мы все правильно написали. У нас все правильно работает. Но прикол в том, что для каких-то значений n функция вообще не определена. Почему? Потому что она уходит в бесконечный цикл. Она уходит в бесконечный цикл, и, соответственно, нам. А мы не знаем, что это за числа. Мы же не можем их просто как-то из ренжа вытащить, удалить и так далее. Поэтому а, прикол заключается в чем? Давайте использовать обработку исключений. То есть, метод try accept. Что он делает? Да, мы вот этот вот блок. Запишем в try. То есть делай вот эту вот штуку. А если вдруг, то есть accept, если вдруг у тебя возра... ну, возникает какая-то ошибка или там исключение, да, вот там максимальная глубина рекурсии превышена, то делай просто continue. То есть просто тупо скипай данный шаг. Если ты попал в максимальную глубину рекурсии, типа скипай данный шаг. И вот э, таким образом у нас уже получается, будем мы считать с вами только те числа, в которых ошибки не возникает. Потому что если ошибка возникает, мы просто будем продолжать э, вычислять на рекурс. Такое будет на ЕГЭ. Но, ребята, это вариант ЕГЭ, ЕГЭшный. Авторская задача? Да нет. Может попасться? Может. Все, учим, значит. Давайте запустим. Ну, получается вот 131. Таких маленьких вот жмыхов, ребят, очень много. И когда вы думаете, что ЕГЭ наполнен только стандартными задачами, вы на самом деле очень сильно заблуждаетесь. Поэтому давайте, учите. Так, 131 получилось. Ну, здесь предсказуемо. Просто мы в мастер-группе такую штуку делали. Я думаю, мастера помнят, да, как мы траексепциями разбирали. Поэтому для нас это как бы не жмых. 131 и погнали дальше. Итак. 17.5 открываем, последовательность целых чисел. Определите сначала количество пар элементов, в которых хотя бы одно число оканчивается на 7, а затем максимальную сумму таких пар. Ну, это вообще фигня. Это задачка, по-моему, из демки, нет? То есть у меня файл 17,5. Что я могу сделать? Я могу сразу его тупо записать в массив через генератор. То есть, как это я это сделаю? Я сделаю integer x для всех иксов в. Open 17-5.txt. Вот так вот. То есть я сейчас по факту прочитал все числа, которые... Да елки-палки. Все числа, которые у меня были в моем документе. Вот они, да, у меня в массиве они хранятся. Теперь, для каждого из этих чисел мне нужно найти количество пар, в которых хотя бы одно число заканчивается на 7. То есть мне нужно будет здесь искать максимальную э, сумму этих чисел, количество и изначально пускай они будут равны нулю. А, а дальше я иду попарно. Каким образом? До длины своей, для, до длины своего массива, то есть для всех i э, до длины получается моего a. При этом с первого числа, почему иду с первого, потому что я буду использовать индекс и минус 1. Ну, по крайней мере, я так хочу сделать сейчас, да. И теперь я проверяю, если у меня... Если у меня получается а и минус 1 оканчивается в десятичной системе счисления на семерку, или такая ситуация происходит с числом а и да, то есть я беру пару двух элементов, выборку AIT и к нему всегда беру элемент предшествующий. Да, поэтому у меня здесь с первого элемента я начинаюсь, потому что для первого элемента существует нулевое, а для нулевого пары как бы нет. Вот, и до конца я, соответственно, рассматриваю. Если хотя бы один заканчивается, то я количество увеличу на единицу, а в максимальную сумму я буду класть максимальное число, либо из максимальной суммы, которая у меня, соответственно, получается, Uh, универсального кода под 17-е задание, к сожалению, не существует, потому что они тоже стали уже довольно, ну, такие, сильно разнотипными. То есть в некоторых задачах просят сделать одно, в некоторых другое и так далее, и так далее. Вот. Поэтому там какого-то универсума я выделить тоже не могу. Они типа как 24-е, их тоже уже довольно очень много. Uh, ну и все. Что? Мне нужна сумма, получается, а и того плюс а и того минус 1. Вот такая ситуация если я ничего не напутал. А где файлы взять? Ребятки, в телеграм-канале заходите, ссылка в описании, скачайте прям последний там документик перед ссылкой висит. Там и сам вариант есть, и файлы все есть, либо можете зайти просто на сайт Поляковый и оттуда из генератора потырить. 20 вариант, да. Так, ну вроде все, что, мне здесь ничего больше не надо сделать. Давайте принтанем. Количество и максимальная сумма меня интересует. Максесс. Uh... Так а почему? Почему неправильно? Подождите соп секунду сейчас. А-а-а! Я сейчас так понял очень сильно как же я сильно сейчас прозрел в этой жизни. Ох, как прозрел. У меня же отрицательные числа используются в массиве. У меня в массиве используются отрицательные числа, а их последнюю цифру нельзя определить остатком отделения на 10. Потому что такая проверка работает только на положительных. Поэтому я должен брать здесь ABS. Да? То есть модуль по модулю брать число и у него остаток определять на 10. Вот это жмых. Все, 16.159. Вот теперь правильно. Вот это жмых сейчас произошел. Интересно. Да, АБС. Спасибо, Ирин. Да. Да-да-да-да-да. Прикольно, прикольно. Мне понравилось. Очень хорошо, что я принтанул, потому что я бы мог очень долго сейчас сидеть и не понимать, в чем здесь ошибка. Uh, очень хорошо, что я принтанул. У меня перед глазами вот эти вот минусы вылезли. Я такой думаю: стоп, секундочку. По-любому же АБС-ка да, нужна. Uh, Аита и Аит плюс один можно взять пару? В чем разница в твоей записи? Можно брать Аита и Аит плюс один, но тогда разница, понимаешь, в чем будет? Ты будешь с нуля идти, но до элемента минус первого. Вот в чем прикол. Типа тогда у тебя для, для первого элемента будет последующий. Для нулевого последующей. А для последнего последующего не будет. Поэтому тогда ты должна идти до LNS э, до длины своего массива минус единица. Вот такая ситуация. Ну, в принципе, разницы никакой. можно увеличить глубину э, рекурсии искусственно через. А зачем ее увеличивать, если она вообще в бесконечность уходит? То есть ты увеличишь глубину, там, например, до какого-то числа. Хорошо, увеличил. А у тебя твое число просто зациклено, типа как while 0, да, условно, там while 1. И все, оно бесконечно. То есть какая бы у тебя глубина ни была, для этого числа в принципе нельзя определить какое-то значение. Поэтому здесь, наверное, все-таки try except. Как только ты упираешься в какой-то ну, предел рекурсии, она понимает, что она зациклилась, лучше его просто тупо скипнуть через try except и пойти дальше. Ну, это мое мнение лично. Так, все, 16.59, погнали дальше. Восемнадцатая задача. Квадрат разлинован, робот может перемещаться за одно исполнение трех клеток влево, вниз и влево вниз. При этом, ну понятно, да, по диагонали, при этом ломаемся, вознаграждение от 1 до 100, попав в клетку влево или вниз, робот получает указанное в ней вознаграждение. А если он попал в клетку после выполнения команды влево-вниз по диагонали, то вознаграждение удваивается. И все, да? Так это очень легко тогда получается. Это задачка на этот... Так это очень легкая задачка. 1895, давайте. Погнали. Так, нехорошо. Хорошо. 1895. То есть здесь, смотрите, в чем прикол. Добавляется еще один ход. Ой, какая красивая таблица. Я ее копирую, удаляю, выделяю по всем границам. Начальное значение у меня вот здесь. Вот у меня непосредственно стартер мой. Теперь, что происходит дальше? А мы до 27 успеем за час дойти? Ну, посмотрим. Если что, можем где-нибудь там тормознуться условно. Почекаем, короче. Надеюсь, успеем. Итак, вот у нас непосредственно наши 37. А, теперь, как работает лорукэш в задачах? Если какая-нибудь вероятность, что такие задачки попадутся? А, вероятность есть. Лорукэш работает довольно просто. У меня был вебинар, опять же, на котором я объяснял, как он работает. И в теории игр, и в этом. И в самих задачах на рекурсию. Опять же, ребят, вся необходимая информация на канале находится. Посмотрите задачу 16, посмотрите задачу по использованию теории игр, да. Там мы, соответственно, использовали рукэш, там они есть. Так вот, погнали дальше. В чем прикол? Вот сюда, соответственно, когда я иду, я просто к предыдущему прибавляю текущее число. да. То есть при входе влево никакого удвоения у меня нету. При входе вниз тоже никакого удвоения нету, да, то есть просто к предыдущему прибавляю новое, вычисляю текущую сумму. Все, это максимум, что я могу сделать. А вот здесь у меня три возможных хода. То есть мне нужно выбрать максимальный... Максимальный. А, а, между вот этим, если я хожу сверху, то я просто прибавляю то текущее значение, которое я беру. Если я хожу слева, я тоже прибавляю просто то текущее значение, которое я беру. А в третьей ситуации, если я хожу по диагонали, то есть вот отсюда, то я должен удвоить свое вознаграждение. То есть не просто вот эта ячейка, а умножить на 2. То есть смотрите, если К14 сверху, то просто тупо К2. Если l 15 справа, то просто тупо К2. А если l 14 по диагонали я в нее сходил, то получается К2 на 2. Все. То есть я вычисляю максимальное. Вот у меня максимальное число, которое мне, соответственно, нужно. Это 716. А теперь через замену. Давайте я пониже вот здесь спущу, чтобы вам было видно. Э -э нажимаю заменить. И заменяю все функции максимума на непосредственно минимум. Нажимаю Заменить все. ОК. Закрыть. И у меня все функции, вот здесь максимума поменялись на минимум. У меня получается 338. У меня получается 716 и 338. Давайте я ответы проверю. 716, 338. Да все легко вообще не чувствую. Не чувствую вообще. А добавление ячейки. Какое добавление ячейки? Оно у меня есть. Ты смотри в эту формулу внимательно. К14, это если я пришел сверху, я к ней добавляю просто 27. К2. Если я из 58 пришел, то есть L15, вот оно, я к ней просто добавляю К2. А если я прихожу по диагонали через 37, то получается К2 на 2 я добавляю, потому что удваивается вознаграждение. Ну все, изи. А, задачка решена, 716, 338, а, поехали дальше. Опа, теория игр Евгения Джобса. Должен быть какой-то жесткий контент. Игроки играют в следующую игру. У игроков есть табличка, на которой записаны парни с этих чисел. Игроки ходят по очереди. Первый ход делает Петя. За один ход игрок может заменить любое число на сумму обоих чисел. Ну, здесь это аналогично двум кучам камней. Просто мы можем делать ходы. Получается, если у нас есть куча А и куча Б, я могу сначала сделать А плюс Б, то есть ко второй куче добавить первую а первую сохранить неизменной. А могу к первой куче добавить второе, и второе, и сохранить неизменным. То есть у нас два вот таких вот хода есть. То есть это как куча камней, короче, обычные. А, ну и все. Победителем считается игрок, когда у нас сумма превышает 45. Не менее, то есть больше либо равно. Ну и все. Известно, что игра началась в 7.5. Короче, давайте для начала напишем оптимальный код. А, что я для этого хочу Непосредственно сделать. Я хочу непосредственно написать код, который мы писали на предыдущем вебчике. Я не хочу писать длинный, да, давайте сокращенным сделаем по-красивому. Для этого мне нужно немножко здесь вот так вот убрать и пониже чуть-чуть. Итак, я здесь буду использовать непосредственно LRU кэшку свою, да, поэтому не удивляйтесь. Вот как раз таки как, как работает LRU кэш, вопрос вы задавали. Давайте сейчас разберем. А, пром. В библиотеке FunkTools он находится. Да, я импортирую. Импорт LRU. Он мне здесь понадобится Чеч. Все. Это пока что все дело. Давайте создадим функцию моих ходов. Да, я его там так и обзову, DevMoves. Он будет принимать на вход множество моих чисел, h. После этого я это множество чисел распаковываю, то есть в какие-то переменные a и b кладу два вот этих числа, и моя функция будет возвращать возможные ходы. Ходы я, в принципе, уже прописал. Да? Первый возможный ход – это если я к первой куче прибавлю вторую, а вторую сохраню неизмененной. А второй возможный ход – это если я сделаю полностью оборотную ситуацию, то есть я первую сохраняю неизменной, а ко второй куче прибавляю первую. Вот такая ситуация. То есть два моих хода. Теперь меня интересует основная функция, то есть моя функция, которая будет вообще, ну да, гейм как-нибудь назовем, которая будет вот эту вот всю штуку делать. Также принимает на вход мое множество моих ходов. И что она делает? Если у меня получается ситуация, что в кучах камней А плюс Б больше либо равно 45 камней, то я, соответственно, буду возвращать выигрыш. То есть выигрышную позицию. Все, return какое-то V. Давайте все за главными писать, чтобы потом не запутаться. Я буду возвращать В. Дальше что происходит? Дальше происходит интересная ситуация. Я вот это на это на закрытом вебчике объяснял. На открытом сейчас тоже поясню маленько. Но такой код уже объясняли все другие преподаватели. Поэтому я думаю, что у вас вопросов нет, и вы с ним знакомы, по крайней мере. Да, и Алексей Кабанов объяснял. И все-все-все, кого только вообще, в принципе, можно на YouTube найти. Так вот. Что происходит? Здесь мне необходимо убедиться в том, что какой-то рандомный ход попадает в выигрышную позицию. Если я нахожусь в таком числе, что я могу в выигрышную сходицию, в позицию сходить, да, в вот в этот получить, короче, больше 45 камней, значит, я выиграю, правильно? Соответственно, мне нужно по факту составить вот это множество ходов, да, то есть, если результат. Uh, получается, моей функции game от uh, переменной рандомной, короче, можете x написать, без разницы, равен, короче, вот этой вот uh, w. Причем для, для всех m я проверяю в множестве вот этих вот моих ходов, да, в множестве moves от переменной h. Uh, и мне нужно, чтобы хотя бы один попадал такой ход, поэтому я использую функцию any. Если хотя бы одна такая ситуация получается, то я буду возвращать позицию с индексом p1. То есть Петя побеждает за один ход. Вот такая ситуация. Еще раз смотрите. Для всех переменных m в диапазоне муфсаж, то есть вот это вот и вот это вот, вот две мои переменные, я подставляю их на вход моей функции game. И если функция game возвращает w, то есть выигрыш, хотя бы один да, из этих m возвращает при функции game w, то у меня получается здесь истина. И я, соответственно, возвращаю позицию P1. А, при этом аналогичная ситуация. Вот это вот все можно скопировать. А, как проигрышную стратегию построить? У нас все ходы должны попадать в выигрышные. То есть если все ходы ведут в предыдущую выигрышную P1, то, соответственно, теперь здесь будет побеждать Ваня за один ход. Дальше аналогичная ситуация. Дальше опять, если хотя бы один ход теперь попадает в В1, значит Петя побеждает своим вторым ходом. Ну а дальше в последнем дереве игры нас, как правило, просят найти, чтобы у нас э, мы попадали, получается, одним ходом в П1. Ой. И при этом еще одним ходом попадали в П2. То есть мы не знаем, как, за какой конкретно ход мы можем победить. То есть либо за P1, либо за P2 мы должны, соответственно, с вами получить. Тогда у нас с вами позиция будет V2. Ваня выигрывает за два хода. Ну и, соответственно, для всех чисел я это должен в куче S пробрутфорсить. For I in range. Там у нас нет ограничения да, по количеству камней. Ну давайте их 45 в двух кучах. Ну, до, 5, ну до, до 45 как раз буду брутфорсить. Пофигу. С первого до 45 плюс 1. Хватит, короче. Для всех вот этих вот чисел непосредственно я говорю, что множество h, это получается у меня ну, какие-то два числа. Что у нас там в первом? В первом 7s, правильно, то есть 7 и s, это множество h. И если у меня получается результат моей функции от моего множества h не пустой, то есть из not none, то я, соответственно, просто печатаю на экран, получается, кучу и результат игры, кто в ней победит. То есть, game от h. Все. То есть, вроде вот такой вот кодик у нас с вами получается. Единственное, что вот сюда, перед второй функцией, получается, нужно добавить... Сейчас скажу. LRU сам-то. Мы его заимпортили, но я не указал глубину рекурсии максимальную. Правильно? Поэтому исправляем ситуацию. Собака LRU Кэш и указываю в скобочках у него нан. Говорю бесконечный кэш. Все, я ему даю просто все мои ресурсы. Говорю, жри сколько хочешь, главное сохраняй ускоряю рекурсию. Давайте запустим. Так, он не знает, что такое переменная а. Она русская у меня что ли стоит? Так, давайте искать опечатку. Что-то я быстро накалякал, где-то накосячил. Еще раз. From funk tools. А, Б. Трали-вали. А, Б непосредственно дает мою переменную H. Вроде все правильно. Дальше. А, Б, 45. Если сумма А и Б. B... А, я же их не развернул. Господи. А, у меня же Ашка передалась, а А, Б я сюда не дал в качестве h. Конечно, он не шарит, что это такое. Во, все, изи-пизи. Так вот, смотрите. То есть, что мы с вами получаем на выходе? Вообще говоря, прога готова. Она сейчас решит... Э -э ну, то есть, с помощью нее мы сейчас с вами все сделаем. Ну, понимаем, да? Начиная с 38, победа сразу, да? Если у нас 7 камней в первой куче. Дальше Петя побеждает первым ходом при вот таких вот числах. Дальше с 19 начинается, точнее с 18 начинается победа Вани первым ходом, потом Пети вторым и, короче, так далее, так далее. Потом опять там Вани вторым ходом. Все, вот у нас получается код Вадима. Возможно, я не знаю, чей это код, просто реально все уже делали на него обзор. Я ни в коем случае не претендую на его авторство. Вот. Но, как говорится, если существует что-то очень выгодное, то ну, и что? Ну, я им буду пользоваться, разумеется. Какая мне разница, кто это придумал? А через Excel-то Unreal? Э, ну, почему? Через Excel-то можно сделать? Э, но, опять же, здесь вот эта вот задача, ну, такая себе. Где две неизвестные. Там брутфорсить в обе кучи придется. Ну, такое, не хочется. Первые два с помощью Excel еще легко. Третье, ну, такое. Короче, смотрите, в чем прикол. 18 строка. Что с ней не так? Return P2. А что, что непонятно? Заплыв Алмаз Казакова. Все вроде правильно, 18 строки, не вижу косяков. Ой, 19 -е. Так, а что в 19 не нравится? Почему 17, 19 цене? А, логика максимально... Ой, стоп, да, извините, здесь all. Все, сори, sorry, 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 sorry. Это косяк, да. У нас должно быть any all, any all. Все правильно. Вот теперь правильное дерево игры. Ну ладно, без разницы. Мы в любом случае сейчас будем немножко видоизменять. Почему? Смотрите, в чем прикол. Это вот последовательная игра при правильной логике. То есть мы будем ее, ею пользоваться при ответе на вопрос 2 и при ответе на вопрос 3. То есть на 20 на даст первое задание. В вопросе номер 1 используется неудачный ход Пети. То есть нам здесь с вами нужно нашу программу немножко видоизменить. То есть вот сейчас ответ будет неправильный. Почему? Потому что для того, чтобы Петя победил за один ход, он должен всеми ходами... Э, точнее, чтобы Ваня победил за один ход. Петя должен всеми ходами попасть в P1, то есть в выигрышные позиции. Но когда мы ищем неудачный ход Пети, нам достаточно, чтобы он хотя бы одним ходом попал в это значение. То есть я вот здесь специально нарочно меняю на N. Зачем? Потому что мне достаточно э, для того, чтобы Петя сделал неудачный ход, правильно, надо, чтобы он хотя бы одним вариантом попал в выигрышную позицию. Ну и предположу я специально, что именно так он и сделает. То есть предположу, что Петя дурак. Иными словами. И вот при таком варианте я хочу найти минимальное значение, при котором э, позиция игры получается будет равна э, v1. То есть когда выиграет Ваня за один ход. И мне нужно такое самое-самое самое маленькое число. Ну, оно равно, как вы видите, 11. Правильно? То есть 11 это ответ на первый вопрос. Все. Дальше. Дальше у нас игра уже, вот написано, при правильной игре да, и так далее. Тут уже прям сказано напрямую, да, что мы должны вернуть обратно нормальное дерево игры, то есть нормальную выигрышную, проигрышную позицию, и теперь должны найти те ходы, при которых из позиции 6s, то есть вот здесь я меняю на шестерку количество камней на первой табличке, ну, там, понимаете, да, что здесь таблички, э, в ответ надо указать минимальное и максимальное значение, при котором Петя выиграет своим вторым ходом. То есть позиция должна быть какая? P2. Все. Ш позиция 6 с по 2. Правильная игра. Никаких э, чередуются не Все нормально. Запускаю. У меня максимальная получается 13, минимальная 7. Ответ 7.13. А дальше надо, чтобы Ваня победил своим вторым ходом. Э, минимальное такое число из позиции СС. Ну ничего страшного. да, Я ставлю сюда непосредственно СС. Э, и позиция, чтобы Ваня победил своим вторым ходом. Запускаю. Мне нужно такое минимальное число. Минимальное равно 4. Ответ 4. Давайте я сравнюсь на всякий случай. У меня получаются ответы 11, 7, 13 и 4. Ну, это правильные ответы, поэтому все. Как бы easy. Кому понятно еще раз, как мы это сделали? Этот код, ребят, я специально э, прописал заранее и специально его в файл прикрепил. У вас он есть уже в том файле в Телеграме, в котором вы его скачали. Вот конец кода. Все, для того, чтобы он у вас прям остался, вы могли его не перепечатывать, и все у вас как бы работало красиво, модно, молодежно. Все, он у вас в файле есть. Если что, скачайте его в телеге. Поехали дальше тогда. Теорию игр, в принципе, разработали. Погнали дальше решать. У тебя же был другой код. В смысле другой код. У меня был такой же код, все нормально. Если вы имеете в виду другой, другой вариант решения, то он был ну, немножко давнее, но мы, его, мы от него не отказываемся, он тоже рабочий, и тоже, тоже все с ним хорошо, примерно. Погнали дальше. Итак, задачка номер 22. Что нам здесь с вами? Нет, ты показывал другой. Я выиграл легко своим вторым ходом. <laughs> да, правильно, Ваня. А, еще раз, ребят, я на, на вебинарах мастер-группы разбираю несколько способов решения. А, на прошлом вебинаре по теории игр, который у меня был, я разбирал именно вот этот код. Если вы имеете в виду вебинар, который там были по теории игр, например, там в феврале, там в январе, то мы пользовались другим кодом. У нас много различных кодов, которые, собственно говоря, реализуют данную стратегию. А на вебинаре мартовском, по-моему, он был, по теории игр, я еще один вариант кода показывал. Уже целых три варианта решения теории игр я вам, я вам демонстрировал. Поэтому каким решать, выбирайте вы сами. Ну, типа, все, юзайте. Итак, здесь что происходит? Что-то мне подсказывает, что здесь брутфорсить как будто будет э, мертвая затея. Получив на вход натуральное число x, этот алгоритм печатает два числа. Надо указать наименьшее натуральное значение x и y, в приводе которого алгоритм напечатает сначала 6, потом 7. Тут два числа, то есть и x и y придется брутфорсить. А, ну я примерно понял, в чем здесь прикол. Так это легкая задачка. Она руками решается. Тут не надо брутфорсить. Ой, какая легкая задачка. Смотрите, ребят, в чем прикол. Если вы возьмете вот такой вот цикл. Мы, мы с вами этим решением пользуемся в, 4, ой, в, каком, в 14 задании, когда универсальный алгоритм перевода в любую систему счисления используем. То есть пока мое число больше, чем 0, я к каунтуру да, прибавляю количество чисел, а сам x делю на основание системы счисления. То есть вот это, ну, условно посчитать количество цифр в какой-то там системе счисления, понимаете? То есть я беру остаток отделения, деления, просто тупо увеличиваю на единицу, то есть представляю, что у меня есть какая-то цифра, я ее прибавил, да, у меня количество цифр увеличилось на 1. А само число делю на основание системы счисления. То есть, а теперь внимательно посмотрите вот сюда: У нас есть число x и число y. И пока одно из них больше, чем 0. Пока одно из них больше, чем 0. Не поняла, Кристина. Хорошо, более подробно объясняю. Смотри, у тебя есть число 153. Что ты э, получишь, если разделишь его целочисленно на 10? Давайте так, пойдем с вами. Целочисленно делю на 10 число 153. Я получу число 15. Правильно? Хорошо, теперь возьму 15 и целочисленно поделю его опять на 10. Что я получу? Единицу. Так, а теперь единицу целочисленно поделю на 10, получу 0. Целочисленное деление же, вы понимаете, что это такое? Типа отбрасывает остаток, только берет целую часть. И вы такие, так, интересно. То есть по факту, по факту целочисленное деление на десятку отбрасывает. Последнюю цифру в десятичной системе счисления. Вы с этим согласны? Напишите плюс в чат, если вы согласны с этим. У меня было число 153, я вот целочисленно поделил на 10, у меня стало число 15. То есть тройка улетела. Было 15, стала единица. Было единица, все, число вообще пропало, остался 0. И самое интересное, что так работает в любой системе исчисления. В абсолютно любой системе счисления. То есть, если я буду брать, например, число э, 5, и делить его на 2 целочисленно, то я буду получать число без последней цифры в двоичной системе счисления. Что такое пятерка? Это 1,01 1 в двоичке. Что такое тройка? Это 1,0. Вы видите, что единица просто отлетела. Так работает в любой системе счисления. То есть для того, если вы используете целочисленное деление, у вас просто отлетает цифра в этой системе счисления последнее. Все, это закон. И теперь посмотрите внимательно сюда: если число x больше 0, вы увеличиваете а на единицу, если число y больше 0, вы увеличиваете. А потом от x откусываете последнюю цифру в двоичке, а от y откусываете последнюю цифру в десятичке то есть вот эти вот uh, b и a это по факту количество цифр то есть по факту это пока x больше нуля да увеличивая его на увеличивая переменную a на единицу и откусывай последнюю цифру потом опять и то есть когда цифры кончатся да у вас x станет равен нулю у вас цифры кончились все вы получаете количество цифр то есть переменная a это получается количество цифр цифр Uh, в иксе, uh, в да, правильно же, в иксе, в двоичной системе счисления. А b, это получается количество цифр, цифр в игреке в десятичной системе счисления. Все. Давайте с вами придумаем самое-самое-самое маленькое число в двоичной системе исчисления, которое. Нам же здесь надо наименьшее найти, правильно? Давайте придумаем самое маленькое число в двоичной системе исчисления, которое содержит в себе 6 цифр. Это же такая сложная задача. Это же просто единица и фигово туча ноликов, правильно? Ну, то есть здесь уже понятно, да, как дальше действовать. То есть, получается, число x у нас тогда будет 1, 0, 0, 0, 0, 0 в двоичке. А число у – это самое маленькое семизначное число в десятичке. То есть, это миллион получается. И мне их надо перемножить. Но, опять же, я держу в уме, что у меня вот это, это число в двоичной системе счисления. Правильно? А что это за десятичное число? Это 2 в 5, это 32, Правильно? То есть у меня ответ на самом деле получается 32 миллиона результат их произведения. А, то есть брутфорсить было бы долго, да, потому что семизначное десятичное число, да, до миллиона пришлось бы брутфорсить в лучшем случае. И их тут два, два вложенных цикла по миллиону и внутри еще вложенный цикл while. То есть тройное вложенный цикл получается неудобно, да, очень долго бы считало. Вот, а так чисто аналитически решается довольно легко и просто. 32 мульта ответ, и в принципе он правильный. Игорь, давай без этих вот подробностей. У нас тут культурное общество. Так вот, продолжаем дальше. Так, исполнитель нолик преобразует двоичное число, записанное на экране. У исполнителя есть две команды, которым присвоены номера. Вычесть один, убрать последнюю цифру справа. Ну, такое мы в мастерке просто разбирали уже. А, первая команда уменьшает число на единицу. Почему y в десятичной системе счисления? Потому что здесь идет деление на 10. То есть вот такая система. То есть, когда ты делишь на 10, ты откусываешь последнюю цифру в десятичке. Если делишь на 2, получается, откусываешь последнюю цифру в двоичке. Вот в этом и смысл. Такое мы в МГшке решали просто? А, да, здесь вроде бы двоичные числа, но на самом деле все операции сводятся к десятичным. А вычесть единицу как из десятичного числа, так и из двоичного, это одно и то же, правильно? Просто минус один. А что такое убрать последнюю цифру справа? Ну, только что вот возвращаясь к предыдущему вопросу. Как в двоичной системе счисления убрать цифру справа? Как получилась вообще двоичная система счисления? Еще раз, тебе вот этот момент понятен, дружище? Когда ты 153 делишь целочисленно на десятку, у тебя получается 15. Когда ты 15 делишь на 10, у тебя получается 1. То есть, еще раз, давай пойми вот эту штуку. Если ты делишь целочисленно на 10, ты откусываешь последнюю цифру в десятичной системе счисления. Теперь смотри внимательно. 5 мод 2 я делаю, такой целочисленно. Получаю что? 3, правильно? Целая часть у меня будет равна 3. Ой, стоп, чего? Какой, как я так сделал? Давайте я на программе покажу, чтобы вам было понятнее. У меня у самого жмых случилось. -то. Да, скам. А, так, ну вот это же нам не надо уже. Да, да, два, два, два. Извините, я три написал. Сори. Ну, хотя небольшие числа. Вам понятно же, как я их двоичку перевожу? Почему 5 это 101? Понятно? 5 это 101. Почему 2 это 1, 0? Понятно же, да? Да, да, извините, я заскамился. Я вас заскамил. Нет, нет. Двойка это правильный ответ, конечно. Я просто немножко тороплюсь, поэтому такие вот жмихи происходят. Так вот, еще раз: 5 делю целочисленно на 2, получаю двойку. Все, смотрю, пятерка это 1, 0, 1, а двойка это 1, 0. То есть, когда я делил целочисленно на двойку. У меня, получается, откусывается последняя цифра в двоичной системе счисления. Если я буду делить на 4, у меня в четверичке последняя цифра улетит. Если я буду делить на 16, у меня в шестнадцатеричной системе счисления последняя цифра улетит. Этот закон работает везде. Поэтому, если вы делите на двойку целочисленно, то получаете двоичное число без последней цифры. То есть у вас здесь как бы удобнее составить число х, в двоичке, потому что вы каждый раз от числа x откусываете двоичное число. Все. И с y, соответственно, все проще. С y вот такая ситуация. У вас десятичная система счисления, вы каждый раз откусываете последнюю цифру в десятичной системе счисления. Ну и все. Пока у вас эти цифры не 0, пока у вас числа не 0, вы h увеличиваете и b. -шку. Причем b увеличивается, пока y не 0. То есть считает количество цифр в числе каком? y, да, а h а увеличивается и считает количество цифр в числе x. Причем x у нас двоичный, да, вот мы поняли, а y десятичный. Ну и все. Самое маленькое двоичное число, состоящее из 6 знаков, вот такое. Самое маленькое десятичное число, состоящее из 7 из знаков, вот такое. Мы их перемножаем, получаем 32 на 1 миллион, получаем ответ 32 мульта. Все. Только из-за того, что удобнее переводим, а не потому, что это необходимо. Еще раз, компьютер не переводит число. То есть он работает вот так вот. Но мы, зная свойство о том, что у нас будет откусываться последняя двоичная цифра, так давайте с вами для удобства так и поступим. Я ведь могу придумать самое короткое, шестизначное, самое маленькое двоичное число, которое состоит из шести знаков, правильно? То есть, получается, я откусил 6 цифр от двоички. Понимаете? От двоичного числа я откусил 6 цифр, и у меня стал 0. Все. Больше я а не увеличил. У меня ведь А равен 6. Соответственно, у меня там было 6 цифр в двоичной записи числа. Ну и все, я могу его спокойно составить. Вот оно. Самое маленькое возможное двоичное шестизначное число. Компьютер это считал как 32. То есть он вот 32 поделил на 2 получил там 16. Еще поделил на 2, получил 8. Еще на 2 поделил. Он не работает в двоичной системе счисления, понимаете? Он работает в обычных цифрах. То есть программа будет вам выводить типа десятичные результаты. Но вы умный, и вы понимаете, как это делать, зная вот это вот свойство. Ну и все. Даня, сколько ты знаков в минуту печатаешь? Я не шарю, если быть честным. Я не проверялся никогда на это. Ладно, продолжаем. Итак, здесь, в принципе, все стандартно, опять же, да, возвращаясь вот как раз-таки к предыдущему номеру про откусывание цифры. Как убрать последнюю цифру справа в двоичной системе счисления? Это же обыкновенный div, div2, правильно, операция целочисленного деления пополам. То есть, чисто теоретически, я здесь все могу свести к десятичной системе счисления. Вот у меня число, давайте поймем, что оно означает в десятичке. Вот у меня конечное число. Давайте поймем, что оно означает десятички. И я буду от него идти к нему, осуществляя обычные десятичные операции минус один и целочисленное деление на два, которые являются абсолютно теми же аналогами, чтобы у нас происходило э, что минус единица и убрать последнюю цифру справа. Все. То есть у нас с вами получается стандартная прога. Давайте я запробую ее по-быстрому. Dfn. Только не n здесь, да, а x. Давайте и финиш будем использовать. Хоба, хоба. Итак, смотрим. Если у меня получается ситуация, что я иду от большего к меньшему, правильно? То есть у меня x это какое-то большое число. Финиш это где я должен завершить программу какое-то маленькое. Если вдруг у меня x оказался меньше финиша, то я возвращаю 0. То есть я каким-то образом перебрал. Правильно? перешел вот эту вот границу за финиш, стал еще более маленьким числом, чем финиш, все, я обратно не вернусь. У меня операции минус 1 и div 2. Я не смогу число сделать больше. Значит, я не попал в эту программу. Если же я попадаю в финиш, то я нашел один способ, да, то есть я буду возвращать э, единицу, потому что я нашел один способ как-то из x попасть в финиш. Правильно? Правильно. Ну а до тех пор, пока у меня не произошло либо первой, либо второй ситуации, то есть x больше, чем финиш, то есть у меня пока что x превышает это значение, и оно ему не равно, то я буду возвращать э, два варианта хода. Первый это x минус 1, а второй это получается x div 2, да, целочисленное деление, типа откусываем последнюю цифру, только здесь плюс. Ну и мне нужно посчитать э, результат движения данной функции от числа какого? 1, 1, 0, 1, 1, 1. То есть я перевожу 1, 1, 0, 1, 1, 1 из двоичной системы счисления. Вот. А иду я куда? Тот же самый результат функции, но для числа 1, 1, 0. Правильно? Да, для 1, 1, 0. Это должен быть финиш. Ну и все. То есть из вот этого числа и вот этого числа я их подаю на вход функции x, это уже десятичные значения, и оно там считает какой-то ответ. 343 у меня получилось. Давайте с ответом сверимся. Действительно, в 23-м получается 343. Не вижу никаких сложностей. Абсолютно. Поэтому поехали дальше. Итак, 24-я задача. Мы с вами потихонечку переходим ко второй части. Потихонечку переходим к жмыхам. Возможно, сейчас надо немножко будет ускориться, потому что. Потому что да. Так, S1 содержит строки. Это важный момент. То есть их там много. А есть такие сайты вместо интерпретатора, где можно код писать? Можно, но, по-моему, там. Там геморройно, короче, условия того, что ты должен файлы туда закидывать, чтобы они были в области видимости этого интерпретатора. То есть неприкольно тебе с файлы все равно качать придется же в любом случае исполняемые, чтобы, они, чтобы с помощью них что-то получить. Поэтому, конечно же, интерпретаторы есть, но вот именно те, которые с файлами работают, их надо поискать. Что команда int делает? Просто пишу ее, не знаю ее значение. Integer переводит. Но ну, вообще она э, может выполнять, если там один параметр внутри, то она может выполнять... А как называются? Бей просто Python Online и все, и заходи на первый самый попавшийся сайт. И там по-любому можно писать код на питоне. Вот такая логика. Если нужен какой-то другой язык программирования, вбей его название и нажми онлайн. Все. Теперь, функция integer, вообще говоря, ну, это обычная функция перевода в целочисленный формат, да, то есть она может округлять какое-то значение и так далее, короче, делается его целочисленным. Но если там два значения, и первое из них строка, а второе основание системы исчисления, то она его переводит из этой системы исчисления в десятичку. То есть, вот, например, я указал строку 1.1.0, 1.1.1, 1, 1, через запятую указал 2. То есть по факту я перевожу вот это вот число из двоичной системы счисления в десятичку. Так можно из любой системы счисления, там, из пятерички перевести, из четверички и так далее. Вот. Теперь что происходит? Mm -hmm. Давайте попробуем с вами решить 24-ю задачу. Она, по-моему, прикольная. Текст разбит на строчки различной длины. Необходимо найти ту строку, которая содержит наименьшее количество букв А Подскажи значит, 15 лет, какие типы решать руками, а какие удобнее кодом. Кодом удобнее все, кроме отрезков. Вот, потому что там ошибка вот эта плюс-минус один возникает, неприкольная. Вот, и там код для того, чтобы ее исключить, довольно громоздкий происходит. Вот, поэтому отрезки, в принципе, довольно легко решаются ручками, и ради них я не, не вижу смысла писать прогу. Вот, а все остальные, в принципе, кодятся. Теперь, что происходит? Мне нужно найти одну строку, которой меньше всего букв А. Потом посчитать в этой строке, какая буква встречается чаще всего. Вот. При этом, если таких букв несколько, нужно взять ту, которая стоит в самой последнем в алфавите. То есть надо по алфавитному порядку их искать. И самая последняя, которая подойдет, и будет правильной. А далее записать в ответ э, ту букву. А, и какое количество раз она встречается во всем файле. Ну, то есть, смотрите, давайте по порядку. 24s1. Что я делаю? Опять же, по порядку, да? Мне нужно для начала, вообще говоря, считать: да, то есть, давайте f open, все по стариночке. Fopen 24s1.txt. Закрыли. Теперь дальше в этом файле мне нужно найти. Давайте первым делом: мне нужно найти строку, которая содержит меньше всего символов А. То есть давайте я создам какое-то количество букв А. Да, минимальное количество букв А изначально будет очень большим. И теперь э, сохраню. Давайте в какое-то дата просто тупо запихну э, f.readlinest. Обращаю внимание, буква S на конце имеется. Я считал не одну строку, а множество всех строк. В список я их заключил. То есть я считал абсолютно весь файл. И каждая строка идет как элемент списка. То есть у меня список строк получился. Теперь мне нужно из всех этих строчек, то есть для каждой строки э, в моем получается дата, мне нужно посчитать количество букв А и сравнить его с минимумом. Как это сделать? Да, в принципе, довольно легко. Если у меня получается в S э, count количество букв А, будет меньше, чем мое минимальное А, то получается я, во-первых, минимальное А буду обновлять на это скаунт А, а дальше с данной строкой, да, ну то есть я могу в принципе сначала найти строку, потом в новом цикле с этой строкой работать, но давайте сразу в моменте. То есть, самое э, изначально какое-то значение посчитается, но самое последнее, которое посчитается, да, самое-самое-самое маленькое, оно и будет являться правильным. Правильно? Поэтому даже если программа в холостую несколько раз работает, мне не страшно. Поэтому давайте прямо здесь продолжаю. То есть я э, предположим, что я нашел ту строку, которая меньше всего. Мне получается теперь для каждой э, буквы этой строки нужно, давайте я, получается, что делаю, for для каждой буквы этой строки в диапазоне каком? Мне нужны все буквы латинского алфавита. Ну, поехали. Q, R, S, T, U, V, W, V, W, что там X Y Z? Вроде правильно, да? Зачем я их пишу в алфавитном порядке? Потому что если их будет одинаковое количество, нужно взять последнюю, правильно? Поэтому я их обязательно выписываю именно так. А что происходит? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать 19, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть. Да. Можно было проще сделать ä, по клавиатуре вот так вот пробежаться в какой-то список и потом его отсортировать. Он бы вам сортировал, и вы бы потом вставили сюда. Но мне впадло. Поэтому я делаю вот таким образом. При этом мне, кстати, еще надо будет... То есть, смотрите, я для каждой буквы в этой строке создам условно какой-то счетчик, да, то есть изначально он будет равен каунтуру первой буквы. То есть какой-то просто вот i. Да, то есть, смотрите, i это любая буква изначально, ну, какая-то там первая нулевая, да, и если у меня получится, что каунт превысит, причем давайте я создам какой-то, ну, изначально новый, новый счетчик, да, максимального, максимального индекса, если у меня превышает, то, соответственно, я в МА буду записывать найденное мне каунт, да, и при этом надо запомнить саму букву, чтобы ее потом в документе найти. да, То есть давайте какой-то letter, я буду тоже запоминать само переменное i. То есть смотрите, я нашел строку, в которой меньше всего букв i, создал счетчик да, максимальной, максимального встреч... максимальной встречаемости буквы. И теперь мне нужно найти из всех букв, то есть я беру весь алфавит, считаю количество их букв, и если у меня количество превышает максимальное, то я запоминаю это количество как новое, да, потому что вдруг какая-то будет больше, там, последующая. И запоминаю саму такую букву. То есть самую часто встречающуюся по факту я вот здесь ищу. А здесь строка, в которой меньше всего i. И теперь по факту, когда я знаю самую часто встречающуюся букву, да, кстати, давайте посмотрим, что это за буква, letter. Это буква V, да, нам теперь надо напечатать ее и напечатать сколько раз, точнее, да, сколько раз она встречается в файле. То есть мне нужно посчитать с uh, count uh, буквы letter в моем файле. Но для каждой строки мне ведь надо это сделать. А у меня ведь readlines да, для даты. Неудобно, поэтому For, получается, для каждого S, для каждой строки в дата я буду вот эту штуку высчитывать, и мне нужна сумма всех этих каунтеров. То есть он у меня посчитает количество в первой строке в дате, потом во второй строке в дате, в третьей строке и так далее. Для всех строк посчитает, ой, и мне надо сумму написать этих значений. У меня получается W38, ой, 38429 вот такая штука у меня получается. Ответ, какой у нас? V38429, да, все правильно, все правильно получается, мы с вами большие молодцы. Кто такой этот ваш летер? Это переменная, которая запоминает букву, то есть еще раз, что тебе нужно по задаче сделать? Ты, Дань, можно с нуля за май подготовиться, но ну, смотри, 嗯。Uh. Yeah. Надежда. Логика в чем заключается? Если ты прям совсем прям полный-полный ноль, то ну баллов на 70-80 за май плюс условно там кусочек июня, который у тебя там будет, да, перед экзаменами, можно в принципе что-то построить. Но сейчас уже, конечно, надо больше делать упор, если прям вы совсем не занимались информатикой, остается только май, то скорее всего упор придется делать больше на первую часть, на такие баллонаборные задачи, типа там теории игр, графы и так далее, так далее, чтобы вот эти вот 78 84 баллов. Вот, потому что 27-ю вряд ли вы успеете изучить. Надо быть объективным. 26-ю можно, в принципе, на Excel. Вот с 25-й тоже вопросы будут, потому что там строго программирование. И 24-е вот тоже строго программирование. Вот. Но первую часть, в принципе, точно можно забрать за май. и Плюс кусочек июня. Вот такая логика. Теперь, еще раз, вопросы, какие здесь есть? Есть или нету? Стрички на месте, да, уж забавно. Так, куда кидать, чтобы Питон его видел? В одну и ту же папку. Если они у вас на рабочем столе лежат, файл программы и файл э, самого Питона лежат на одной, в одном месте, в одной области видимости, в одной директории, в одной папке должны они лежать. А нормальная тема через орд делать? Можно через орд сделать. Можно сделать через орд, но там надо опять с индексами мучиться, потому что ascii коды буквы А начинаются с 65-го индекса. И там надо вот эти вот все формулы прописывать, типа там I плюс 65, а потом когда ты обратно вычисляешь сам, сам, саму букву, да, это минус 65 и так далее, и так далее. То есть вот этот вот плюс-минус 65 надо будет учесть, и все. Так, прошло явно больше часа. Но то, что больше часа прошло, мы, мы в курсе. У нас была цель в два часа уложиться, но ничего страшного. А что если в восьмом будет сочетание неперестановок? У нас есть в библиотеке EtherTools uh, combinations, combinations и combinations with replacement. Это как раз-таки сочетание, сочетание с, перест э с этими, с повторениями. Вот, плюс ко всему еще есть удобная функция product. У меня был вебинар по EtherTools, поэтому можете посмотреть. Там, в принципе, все возможные ситуации я рассмотрел. Можно просто прямой путь к файлу, да, но зачем вам париться его прописывать, если можно просто их скинуть в одно и то же место. Итак, что, давайте дальше идти. 25-ю. Здесь, в принципе, забрали балл. Погнали дальше. Так, ну здесь какой-то хардбас, да? Здесь какой-то хардбас. Так, Евгений Джобс, ну что вы нам подкинули, давайте смотреть. Напишите программу, которая находит 6 простых чисел. Наиболее приближенных к числу 10 миллионов. Мне уже не нравится. А, причем 3 найденных числа должны быть а, меньше 10 лямов, а, а еще три больше. Найденные числа расположитесь в порядке возрастания. В качестве ответа вы видите расстояние от найденного числа до 10 лямов, и само это число. Так, а в чем прикол? Почему я не могу просто перебрать эти числа? Но, вообще говоря, если, короче, будет долго работать, то, опять же, все знаем, что у нас есть решетоэротосфена, да? По-любому можно составить список всех чисел до 10 лямов, ну и чуть побольше даже там, да? И потом найти вот эти вот простые числа, которые, соответственно, там в этом диапазоне тусуются. Вот, но здесь давайте попробуем. Мне кажется, здесь не будет особо что-то жмыхнутого. Типа, а в чем проблема найти три числа простых, которые меньше 10 лямов, которые больше? Не вижу пока проблем. Давайте напишем отдельно функцию на проверку, прост простое число оно или нет, чтобы код не нагружать. Потом найдем три, которых меньше 10 лямов. То есть будем уменьшать по одному от 9,5 мультов. Не, мы можем проще сделать. Сначала 10 лямов задать как счетчик, а потом идти от него назад. А потом 10 лямов задать как счетчик, идти от него вперед. Искать три числа там, три числа там, добавлять список и все. В ГГВП. А, ну, по крайней мере, это в моем мозгу так работает. Я не знаю, может, я сейчас где-нибудь на а, Так, что первым об... первым делом мы с вами будем делать. Первым делом будем с вами, конечно же, делать функцию, которая будет проверять на простоту. Давайте так и сделаем. Ты впрост. Ну, а что? А что запариваться, как говорится? Как проверяется число на простоту? Да, в принципе, легко. А, ну, во-первых, если число меньше единицы. Да, меньше либо равно, причем даже единицы, то это сразу return uh, false. Да, то есть число меньше единицы в принципе не может быть простым. False. Все. А дальше смотрим. Давайте с вами. Ну, через корень так же, как мы сами решали всегда. Uh, мне нужно округление до, получается, корня моего. x uh, в цепени 0,5. Uh, дальше для всех uh, делителей. В диапазоне получается от двух, обращаю внимание, нетривиальные делители еще от двух до числа q плюс 1, то есть включительно до корня. Число простое, если оно делится только на себя и на единицу. То есть, если я вот в этом диапазоне, начиная с двух до корня, включительно нашел какое-то число, на которое я делюсь, оно точно не простое. Все. То есть, если происходит ситуация, что мое исходное число x, а, точнее, делится, да, при делении на число d дает 0, то есть оно кратно, я нашел такой делитель. У него есть делитель, кроме единицы и самого себя. Значит, до свидания. Это число непростое. Да, что ты будешь делать? В противной ситуации, в противной ситуации. А, я ретерную true. Все. Я делаю возвращение истины. То есть, вот, в принципе, моя функция. Можем что-нибудь проверить. Да, давайте какое-нибудь число. А, давайте прост. 17, например. 17 простое? Да, простое. А, например, четверка. Нифига не простая. Ну, в принципе, работает. Теперь давайте создам список моих делителей. Да, давайте. Ну давай. Нет, стоп, не делителей. А что чё, чё мы там ищем? Надо найти числа. Ну давайте так и найдем числа. Числа. А, список моих чисел. А, что мы будем с ним делать? Давайте изначально x зададим как 10 лямов. То есть здесь мы явно циклом while пойдем. А, раз, два, три, раз, два, три. 10 мультов. И пока я не накоплю три числа в, моём, в моих числах, то есть длина моего списка числа, правильно, окажется... То есть пока она меньше, чем 3, то есть как только станет 3, все, хорош. Если простое число x, то тогда, соответственно, я буду его добавлять. Причем для того, чтобы... Смотрите, здесь какой жмых. Можно через append его добавить, правильно, но поскольку я ищу числа, в обратном порядке. То есть вот у меня 10 мультов, и я иду сейчас вот так. Если я найду число x, y и z, то я их в список, получается, закину да, через append. Если я буду делать через append, то я их, получается, закину. Сначала x найду, потом найду y и потом найду z. То есть они будут в обратном порядке у меня выведены. Правильно? То есть мне нужно получить вот так вот. z, траливали, траливали и потом большее. А здесь получается я напишу их x, y, z. Потому что я в обратном порядке иду, правильно? Соответственно, мне нужно это как-то избежать. А как это избежать? Легко. Давайте будем делать э, числа плюс. Э, нет, не плюс, равно. Я буду брать этот элемент x и к нему добавлять числа. То есть, смотрите, что происходит. Я заменяю список числа на элемент x, и потом числа пристыковываю. То есть потом у меня будет Y плюс оставшиеся и Z плюс оставшиеся. И они у меня в правильном порядке будут, соответственно, выведены. В том, котором мне нужно. Ну а дальше я X уменьшаю на единицу, потому что я иду в убывающем порядке, пока не найду три простых числа. В принципе, как бы все. Дальше мне нужно то же самое повторить, только в возрастающем порядке. При этом здесь я уже, получается, пока у меня не меньше 6 станет, правильно? То есть у меня три числа уже там лежат. Нашел простое и здесь уже можно через append добавлять их. То есть они теперь должны в правильном порядке закидываться в конец списка. Вот и я здесь буду прибавлять единицу на непосредственно свой x. Ну и вообще говоря, все. Мне теперь надо просто вывести, да, то есть для всех э, чисел, ну давайте x пофигу, э, непосредственно в моих числах, в моих числах я должен принтануть на экран их расстояние, да, там же так написано. Расстояние, потом само число. То есть числа-то у меня есть, а мне как их расстояние понять? А расстояние это, ну, разница типа 10 лямов. Причем у меня какие-то из них меньше, чем 10 лямов, а какие-то больше. Поэтому я здесь буду по любому модулю пользоваться. Это важный момент. Да, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Минус мое число x. И при этом я печатаю непосредственно само число x. Вот такая штука. Так, косяки есть. Так, а что не поднимаемся? Есть косяки или нет косяков? Вроде не должно быть. Давайте запустим. Так. А почему? А почему? А, нет, стоп. Подожди, все правильно, нет? Все правильно или нет? Секундочка. Одна, сейчас я ответы посмотрю. Uh, так, а где у меня ответы? Ответы у меня вот здесь. Так, у меня 29, 27, 9, 19, 79, 103. Все идеально. Все просто потрясающе. Давайте. Какие вопросы, ребята, у вас возникают? Сорт тут нельзя. Можно. Можно на самом деле сортануть, но прикол, смотри, в чем. Ну хотя да, здесь можно сортануть их. Что-то я не догадался. Можно будет просто потом сортом бабахнуть, потому что какие-то из них больше, какие-то меньше. Их все в возрастающем порядке тупо вывести. Можно, да, их сначала в append обычным закидывать, а потом просто через сорт числа, сорт числа выводить. Согласен. Сорт тут нельзя. В смысле, почему нельзя сорт? Еще раз. Сначала я вывожу расстояние. Я сам, сами ты числа у меня логично, что расположены в порядке приближения к числу 10 лямов. Понимаете, в чем прикол? Так они как раз записаны в возрастании. 71, 73, 91, потом 10 лямов 19, 73, 103. Они как раз в возрастании и записаны. Поэтому вы можете их, в принципе, здесь через append обычный подобавлять, а потом отсортировать. В любом случае, вот эта вот функция, она будет печататься только по вашему иксу, который у вас будет в числах лежать. А если вы их отсортируете, они в том же порядке и вылезут. Без разницы. Все, короче, норм, задачка годная. А, ну, типа, код не очень большой. Ну, так, ну, короче, большой, на самом деле, код для 25 номера, на мой взгляд. Но он довольно понятный, мне кажется. Погнали дальше. Че, добиваем 26 и 27? -ю? Или расход? Устали вы или жестко ботаем дальше? Давайте я постараюсь побыстрее, а то у меня собрание. Быстренько сейчас дорешаем 26 и 27. -ю. Я особо сильно на них останавливаться не буду. И пойдем с вами э, расходиться. Итак, 26 задача. Что нам здесь предлагают? Для перевозки партии грузов различной массы выделен грузовик, но его грузоподъемность ограничена, потому что перевести сразу все грузы не удается. А мы такое решали в мастер-группе. Да, грузы массой от 180 до 200 кг грузят в первую очередь, выбирая грузы по убыванию массы, начиная с самого тяжелого. Не страшно. На оставшееся место грузят как можно большее количество грузов, при этом самый большой из них должен иметь наибольшую массу. При этом надо сделать так, чтобы количество грузов было максимальным. В принципе, стандартная 26-я задача, которую можно расшатать спокойно Excelчиком. Excelчиком 26-я. Вот это вот. А, смотрите, надо зайти в Excel, нажать данные, нажать работа, получить внешние данные, импорт из текста. Алло. Алло, куку. -ку. Еще разочек. Даю тебе второй шанс. Еще раз. Данные. Внешние данные. Импорт из текстового файла. Почему не работает? Ну, если, как говорится, не работает, то ничего страшного. Мы можем с вами просто сделать одну очень простую штуку. Так. Очень простая штука. Это просто скопировать текстовый документ. Давайте я так и сделаю. Тут потому что все в одну строку дано, да, то есть я просто копипащу, захожу сюда и вставляю. Вот такая штука. Вот, пока не могу сообразить, почему не работает. Возможно, где-то выводится это окошко, просто под всеми остальными, поэтому я его не вижу. Итак, количество файлов 10 тысяч, максимальная грузоподъемность 1 тысячу, точнее 10 тысяч. 10 тысяч давайте запомним. Вот эту ячейку удалим. Удалить со сдвигом вверх. Все, окей. Теперь мы их, конечно же, отсортируем, да, то есть вот у нас документы, сортировка и фильтр, сортируем по возрастанию. И нам говорят, первым делом грузим все доки, которые э, от 180 до 200. Ищем, где у нас 200? Вот они и до 180, то есть вот 182. Давайте зальем их зелененьким. Какая у них получается сумма? Давайте я все-таки уменьшу чуть-чуть, чтобы вам было видно. Сейчас. Сумма, 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 сумма. Нас интересует сумма. Ну, блин, свернись, маленько. Вот, то есть, смотрите, сумма выделенных чисел равна 3018. Все, то есть я сюда записываю, получается, оставшиеся грузы, сколько у меня осталось, это 10 тысяч минус 3018. Правильно? То есть, у меня остается веса на 6982 килограмма. И на оставшийся вес я должен впихнуть как можно большее количество грузов. Чтобы у меня поместилось как можно большее количество грузов, да, я же недаром не даром их отсортировал. Давайте впихивать самые-самые маленькие. То есть, мне явно выгодно положить два груза по 20 килограмм, чем один груз по 40. Правильно? Также будет больше, соответственно, грузов я помещу. Соответственно, начинаю накапливать вот так вот. Пока у меня вот эта вот сумма не станет больше, чем сколько там я сказал, извиняюсь, 6982. То есть у меня вот появляется сумма, и я буду прибавлять к ней сейчас ячейки, пока я не стану больше, чем 6892. Ну, поехали, 6000. Так, вот смотрите, 6700, 6904. А мне нужно 6982, правильно? То есть я могу взять вот этот вот груз 128, но если возьму следующий весом 129, у меня станет вес равен 7033. Дичь, правильно? Соответственно, я не могу его брать по логическим соображениям. Все, я вот на этом останавливаюсь. Давайте также сделаем заливочку какой-нибудь светло-желтый цвет. Сумма получается 6908, то есть оставшийся вес у меня минус 6904. Бац, у меня остается 78 килограмм. Максимальное количество грузов я уже, в принципе, поместил. То есть у меня вот этих желтеньких получается 102. Плюс сколько я еще взял вот этих вот грузов? Я их взял 16 штук. Вот у меня выделено в ячейке 16. Соответственно, получается 102 плюс 16 118. То есть один из ответов это уже 18. Это количество да, значений в непосредственно моей ячейке. Дальше что происходит? Это 26 номер. Дальше что происходит? Я могу последний груз, вот этот вот, причем не, не 180, который там весит, потому что я их в первую очередь взял, правильно? А именно вот этот вот 128 я могу поменять на какой-то груз, который весит больше. Больше на сколько? На 78 килограмм, правильно? То есть я могу взять на 78 килограмм больше. То есть груз, который весит 128 плюс 78. Не 18, а 118. Ой, да, извиняюсь. 118, конечно. Это количество чисел. А, то есть я могу вместо вот этого груза, который весит 128 килограмм, положить груз, который весит 206. Правильно? Но это же логично. То есть максимальный вес груза, который я сохраню, будет равен 206 кг. И это явно выгоднее чем если я сохраню груз 128 и оставлю 78 килограмм незабитыми. Соответственно, так что там с записью будет? Будет, ребят. Я же ответил уже на протяжении трансляции раз 200, наверное. То есть у нас получается, есть ли такой вес, который равен 206 кг? Вот он, да. То есть чисто теоретически, положив его вес 206, вместо вот этого 128, у меня получается, я вот эти 78 килограмм аннулирую, и у меня останется вес равный нулю. То есть получается максимальный вес, который я здесь положу, 102 же не входит за... 1892. Еще раз, 1982. Все нормально там, да? Понял. Все. То есть, смотрите, получается, я все 10 тысяч кг ровно использовал. Правильно? Я же забил прям по максимуму. Соответственно, второй ответ, какой вес я отсюда могу увести, 10 тысяч кг. Все. У меня получается два ответа. 118 и 10 тысяч ровно. 118 и 10 тысяч ровно. Да. Да, 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 да. Кому понятно? Ну, то есть, это такая банальная задачка, прям прототипа, наверное, 2021 еще. То есть, там потом на меды, на ряды, на места появились вот эти вот с деревьями. Тут, в принципе, все довольно стандартно, просто модно-молодежно. Давайте быстренько я ушатаю 27-ю и пойдем, и буду всех разгонять. Так, задачка Алексея Кабанова. В файле а, записано последовательно, а то у меня собрание уже началось, елки-палки, неприлично так получается. Записано последовательность натуральных чисел, гарантируется, что все числа различны, рассматриваются все возможные группы чисел, состоящие из любого количества элементов последовательно. Так, это интересно звучит уже. Это звучит интересно. Рассматриваются всевозможные группы из любого количество элементов. Надо найти такое количество групп, в которых оно кратно трем. Но я, по-моему, что-то такое уже решал. Если даже не ее саму, я, по-моему, уже что-то такое решал. Так, секунду, дайте-ка я попробую то есть, смотрите, у меня есть, получается, три возможных остатка. 0, 1, 2. Кратность 3. Давайте, получается, делать такую штуку, что если ко мне... То есть, я буду считывать какой-то элемент, и для всех трех остатков, вот для этих 0, 1 и 2, буду непосредственно там хранить вот это вот количество чисел кратных, которые мне нужно. С остатком 0, с остатком 1 и с остатком 2. При этом я бы, знаете, даже как немножко схитрил, я бы для начала взял вот этот пример входного файла и для него бы пробежался, и если у меня получается правильный ответ, было бы хорошо. То есть давайте я даже, знаете, как сделаю. Я сначала не буду использовать файл А и файл Б. Я сейчас создам текстовый документ. Ну, я просто скопирую его, да. Назову его э, как-нибудь э, 20. 27 получается просто 58. И в нем, получается, напишу вот эти исходные данные: 4, 5, 7, 12. Что там дальше? 12, 23. Ой-ой. 12, 23. Все. То есть, вот у меня файл такой вот с входных данных. А в чем смысл решения моего заключается? Я сейчас импортирую этот файл. К себе. То есть можно, в принципе, это через Open сделать, без разницы. F, Open непосредственно. Ну, я думаю, вы прекрасно сами понимаете, да, как там дальше это все будет выглядеть. А для начала импортирую обычный, текстовый. То есть не A и не B. То есть я хочу просто проверить работоспособность на каком-то кусочке, который мне известен. Считаю первое число. Просто я ее уже решал. Очень похожая, по крайней мере, задача. Я примерно понимаю, что здесь надо сделать. Я создаю непосредственно список своих чисел. Давайте А какой-нибудь. У него должно быть три счетчика, получается. Нулевой, нулевой и нулевой. Соответствующий трем остаткам отделения. Ну, логично. Убираем это. Теперь для всех чисел I in range N я буду считывать вот это вот мое очередное число X и делать одну очень интересную штуку. Смотрите, что я буду делать. Я хочу, чтобы не потерять, во-первых, свой массив А, я его коперну. Ну, какой-то new. Да? Он у меня будет равен просто тупо окопе. Для чего я это делаю? Потому что я сейчас буду с массивом А производить операции сдвига соответствующих остатков. То есть я буду заменять... То есть если ко мне приходит число с каким-то остатком отделения на например, на 3, да, я, соответственно, буду его э, увеличивать в моем массиве копия на соответствующее число из списка А, с которым оно будет коннектиться. То есть, в чем заключается смысл? То есть, я сейчас внутри э, для, ну, для всех чисел А и до 3 получается, у меня же 3 остатка, 0, 1 и 2, я буду что делать? Я буду брать новый массив и у остатка с индексом у числа так сейчас секунду получается мне нужно и ты uh, x плюс и ты мод 3 я причем я должен увеличить его на исходный и ты индекс то есть вот такой вот сдвиг да у меня получается нулевой элемент коннектится uh, не меняет остатка но я нулевой элемент туда закидываю вроде правильно давайте проверим сейчас а дальше что я делаю? Я для всех трех чисел такую штуку сделал. Потом само число. У меня же все под последовательности вообще любой длины всевозможные группы чисел, состоящие из любого количества элементов. То есть само число, которое пришло ко мне на вход, тоже чисто теоретически является ответом. И я должен количество подпоследовательностей вот в этом вот своем исходном а, списке по соответствующему остатку увеличить на единицу. Правильно? Оно является подпоследовательностью, верно? С таким остатком. У меня есть это число, я его увеличиваю на единицу. А, а дальше все это дело переношу обратно. То есть я теперь в А просто тупо переношу нью. И вот у меня такой зацикл, ну, зацикливается это все дело. И по факту под индексом нулевым у меня должны лежать как раз таки мои подпоследовательности кратные 3. Потому что здесь будет остаток 1, остаток 2, здесь 3. То есть нулевой. Давайте я попробую сейчас принтануть и убедиться, что все правильно работает. Мне нужно принтануть, получается, элемента нулевое, если я ничего, конечно, не напутал, для файла А59. У меня получается ответ 5. Программа должна вывести ответ 5, как ни странно. То есть смотрите, что происходит. Еще раз быстренько по... Ну, скорее всего, программа написана правильно, да, опять же. Сейчас мы на файле А и на файле Б, конечно же, проверимся. Еще разочек, я быстренько объясню, в чем прикол как такая ситуация вообще получается. То есть у меня здесь есть несколько групп, как у меня получается 5. Они здесь очень хорошо расписаны, и мы сейчас с вами, в принципе, на примере это все дело как раз-таки тоже и прочухаем. То есть у меня получается группа 12 это 1, группа 5-7 это 2, а потом группа 5-7-12. Uh, ой, так все, все, сейчас мы, короче, смотрите, мне нужно принтануть uh, new. Давайте я сейчас отдебажу, быстренько попытаюсь объяснить, как оно работает. То есть вот мы new заполнили, потом мы перенесли это все в a, и давайте принтанем a. И принтовать давайте само число x. Uh, запускаем, получаем вот такую билибердень. Но все нормально, не пугаемся. То есть, смотрите, к нам поступает число 5. Почему А нулевое? Потому что именно под этим индексом лежат, э, лежит количество чисел кратных. То есть там э, лежит под последовательности количество, которые имеют остаток отделения на, на 3 равный нулю. Правильно? Под соответствующим индексом. Здесь остаток единицы, здесь остаток 2. Смотрите, в чем прикол. Объясняю быстренько, давайте, прежде чем уйдем в закат мы с вами. Uh, приступает число 5 на вход. У числа 5 остаток отделения на uh, 3 вычисляется каким способом? Ну, то есть, опять же, мой массив А пока что пустой, правильно? То есть, изначально вот перед пятеркой они все равны нулям. Поэтому после выполнения, да, давайте, чтобы, кстати, было понятнее, давайте я буду печатать new и показывать, что это new. Чтобы вы понимали, где new, а где А. Вот, вот так вот лучше я сделаю. Смотрите поступает число x равное 5, я, изначально они у меня все равны нулям, я, соответственно, вот эту единичку увеличиваю, потому что 5 мод 3 равен 2, правильно, остаток 2, увеличиваю второй элемент на 1 за счет вот этой операции. То есть сама по себе пятерка сейчас пришла, она никаких пар не дает, она первая. Никаких подпоследовательностей пока нельзя составить. Мы ее записали просто в этот индекс, в вашку ее засунули, все. Дальше приходит число 7. И смотрите внимательно, Uh, у меня получается очень интересная ситуация. Я должен сохранить те подпоследовательности, uh, которые кратны 5, ну, то есть, где лежит пятерка, да, причем под соответствующим индексом. При этом должен семерку также сохранить под соответствующий индекс, но еще проверить, чтобы вот эти вот два числа 5 и 7 не коннектились между друг с другом и не давали нужное мне значение. И смотрите, что я делаю. Я беру и к индексу вот этой вот своей uh, циклической проги, Закидываю само число x и вычисляю их совместный остаток отделения на 3. То есть, что у меня получается? У меня а, пока что, пока я его не обновил, оно из прошлого. Вот оно. Оно у меня равно 0,0 единица. 0, New, которая получилась, вот вы видите сейчас на экранах. И что у меня происходит? Я беру x у меня равен 7. 7 плюс изначальный а равен 0. Мод 3, соответственно, дает единицу. То есть остаток отделения 7 на 3 равен 1. То есть я беру в new 1, вот в этот вот new 1, должен положить а и То есть а нулевой. Видите, они у меня сдвигаются, как по диагонали происходит. То есть я а нулевой, вот этот элемент, кладу вот сюда. Но почему здесь единица, вы меня спросите? А потому что у меня еще само по себе число 7 имеет остаток деления на единицу, на тройку равную единице. Да? Поэтому я его само по себе вот здесь вот потом добавлю. Да? Поэтому пока что забыли. То есть должно было бы быть 0 дальше что происходит дальше с единицей то есть x плюс 1 будет уже 8 остаток станет 2 и я в двойку положу первый элемент то есть вот этот 0 я по факту э, буду запихивать вот сюда а дальше вот эту единицу я буду запихивать вот сюда и у меня происходит вот вот это вот э, вот это вот движение определенное сдвиг после этого что происходит то есть какую информацию мы с сами понимаем Единица это количество подпоследовательностей, которых кратны тройки. Дальше. Единица это количество подпоследовательностей, которые лежат с остатком 1, и количество подпоследовательностей, которые лежат с остатком 0. И действительно, подумайте, с остатком 2, точнее. 5, 7. Это два числа с разными остатками отделен на 3. То есть пятерка дает остаток 2. Вот она, одна. Семерка лежит под э, индексом с остатком 1. А их совместная компиляция 5 плюс 7 дает число 12, которое кратно 3, поэтому тут лежит единица то есть одно возможное подпоследовательность. Дальше, когда мы в эту инфраструктуру добиваем 12, у меня, соответственно, эти сдвиги все вот так вот красиво выполняются, потому как я объяснил. И теперь у меня получается 2 подпоследовательности с индексами 1, 2 подпоследовательности с индексами 2, и 3 подпоследовательности с индексами 3 с остатком 0, точнее. Что происходит? А, потому что 12 а, и семерка, и отдельно там семерка коннектится в две подпоследовательности с таким остатком. 12 и пятерка, а также просто пятерка, это вот 2. А, и, соответственно, 12 как само число, потом 12 а, плюс 7, плюс 5, и 5 и плюс 7 по отдельности дают как раз-таки вот эти три подпоследовательности. Ну и, короче, в таком формате они просто дальше накапливаются. Мне здесь не нужно хранить больше, чем три остатка, поэтому как бы вроде все верно работает. То есть вот эти вот э, принты я убираю, и давайте сами наконец-таки поймем уже, чему будет равен ответ на эту задачу. Я его окончательно проверю. То есть мне надо 58А принтануть, а потом 58Б. Программа эффективная, тут используется, несмотря на то, что здесь два вложенных цикла, вы скажете, но этот второй вложенный цикл по трем переменным. То есть у нас просто получится увеличение линейности данного алгоритма типа в три раза, потому что для каждого n я буду делать три дополнительные операции. Ну, условно, да? Поэтому типа тут сложность будет, она как бы не квадратичная, она меньше, чем квадратичная стопудово, но она будет выше то есть получается, что сначала для 5, потом для 7, а потом для 7 и 5. Нет, мы для каждого числа, но мы храним в памяти, да, за счет того, что у тебя лежат вот эти вот остатки единицы и двойки. Понимаешь, в чем прикол? Единицы и двойку ты сохранил, э, вот эти вот 5 и 7 свои условно то, соответственно, при последующем просчете ты как бы их сумму потом учитываешь. Это важный момент. То есть здесь программа такая, плюс-минус универсальная. То есть у тебя получается, что как на этапе, когда у тебя есть 5 и 7, что делает копия? Просто копирует. То есть я создаю копию массива new для того, чтобы в него потом закидывать ä, числа, которые лежали вот в этом вот о первом. Чтобы их не забыть, понимаете, в чем прикол? Потому что если я переприсвою какой-то элемент, то я, получается, предыдущее значение забуду. А оно мне нужно, потому что я их все сношу как бы друг в дружку. Поэтому я сначала создаю копию, в копию все вот эти вот моменты относительно предыдущего моего версии А запихиваю, а потом уже в А перевожу заново. Ну такой, короче, для понимания типа сложно, код вроде как простой. Ответ получает 351. Давайте, кстати, проверим. Если правильно решил, то, в принципе, как бы и хорошо. Так, избранные... 351 и потом 35 357 миллионов 914, 11, ну да, короче, вот это вот Большое число, вот, вроде правильно Получается, все нормально Тут сложная сценка, и в Можно не считать, да, я согласен Ну, короче, явно ниже, чем квадратичная, уже хорошо Так, ну что, как-то так Разобрали мы сами все-таки вариант Полякова, при этом за 2 часа 30 минут. Ну, в идеале без объяснений, конечно, бы получилось типа полтора 2 часа, что, в принципе, сводится к тому, да, чего мы сами хотели добиться. Давайте быстренько, потно, ну а что вы хотели? Давайте быстренько, какие задачи вам показались сложными? Какой процент заданий вы бы смогли там сами решить и так далее? Как вы вообще оцениваете вот сейчас свой вариант? То есть я недаром назвал данный вебинар как «Проверь свой скилл» да, мы сейчас с вами решили вот типа в том темпе, в котором примерно надо, да, рассуждение и так далее, там, обработка ошибок и прочее, прочее. Вот, если вы на ЕГЭ так будете решать, будет, ну, более чем хорошо, потому что у вас остается, типа, вот сейчас до трех, там, до четырех часов время, выйдите, погуляйте, вернитесь, перепроверьте, сдайте, все, конец, 100 баллов, добрый вечер. Вот такая логика. Ошибка в шестой задаче у меня было написано 3, 4, 5. А почему ошибка-то? Все правильно. 34 и 5 там, по-моему, получилось, если я ничего не путаю. В порядке убывания их нужно было вывести, поэтому 3, 4, 5 и вышло. Нормуль. Задание 2, 3 тяжеленькие. Ну, такой, не знаю. 17 примерно. Потно, сложно. Вроде все несложные задания, кроме последнего. Но опять же, вот по поводу последней задачки, ребят, вот с такими принтами тоже побалуйтесь маленько. То есть перепишите код, который я сейчас показал. Принты вставьте и посмотрите, а что делает программа, да, на какой-то небольшой выборке чисел. Та, которая в условии дана, в принципе, очень хорошо для этого подходит. И я рекомендую вам так на 27 задачах разбираться, потому что это довольно-таки удобно. 25-ю бы вряд ли решил, 27-ю бы вряд ли. Ну вот на самом деле, типа, вроде бы вариант несложный, да, но как бы вы многие понимаете, что до сих пор на сотку не готовы, да? А хотите сотку? Ну как будто хочется. 25-27 я бы не сделал, это факт. У меня 85. Ну, смотрите, вы примерно сейчас, да, опять же, можете свои баллы каким-то образом оценить. Я не буду не осуществлять никакие давления и так далее. Просто там в чате спрашивали в любом случае, да, а можно ли вот там за май с нуля подготовиться. И я уверен, что будут люди, которые даже в июне потом спросят, а можно ли за летучку только подготовиться. А потом будет человек, который в летучку придет на половине курса и скажет, а можно ли вот за три вебинара подготовиться. А еще я вам на 100% гарантирую, что у нас в летучке будет человек, который... За день до ЕГЭ такой, слушайте, а вот, ну, как бы Бин чё в двоичку переводит? Поэтому я вам как рекомендую поступить. Время у вас сейчас имеется. Зачем откладывать на потом? Ну, согласны? Uh, у вас сейчас есть кусочек апреля, у вас сейчас есть кусочек условно там, ну, полный по факту май, но просто опять же там будет подготовка к русскому, к математике и к прочим предметам. Вот, uh, после этого будет непосредственно уже тоже немножко поспокойнее, поэтому как бы май компенсирует. Ну вот полтора месяца примерно получается. За эти полтора месяца можно добиться хороших, нормальных, адекватных результатов, учитывая, что вы будете это дело совмещать с подготовкой к информатике, ой, там, к русскому, к математике и так далее. Поэтому... Не теряйте время. Зачем вам откладывать нам на май? А можно ли за один месяц подготовиться? А можно ли за два месяца подготовиться, если вы можете начать готовиться адекватно сейчас? Времени в любом случае уже меньше, чем нужно, понимаете? То есть вы уже как бы в проигрышной ситуации, поэтому из нее, на мой взгляд, нужно выбираться. Нужно выбираться. Поэтому я вам рекомендую всем ознакомиться с форматом МГ. На мой взгляд, самый эффективный, который, в принципе, может э, существовать, потому что он включает в себя просто огромное количество инфы. Репетитор тоже неплохо, но сейчас э, вот, многие ребята просто в группу пишут, типа, выбираю сейчас между репетом и так далее, потому что хочу жестко заботать. А, а что здесь выбирать-то, дружище, типа, ну, условно? Ну, как ты вот видишь ситуацию с репетитором? Во-первых, какой нормальный репетитор возьмет тебя за месяц до конца ЕГЭ, да, Потому что, ну, как бы статистика, вообще-то, да, братан, и так далее. Потому что они не хотят себе портить стату, учитывая, что ты там сдашь за месяц подготовки, 4 урока с ними проведешь и сдашь очень плохо. Вот, никто так делать не будет. Да, хорошие репетиторы хотя бы за полгода находятся. Вот второй момент: что ты сделаешь за 4 урока? Тебе явно сейчас нужно просто впитывать жестко, как губка, ботать максимально большое количество заданий, чтобы максимально жестко повысить шанс того, что на ЕГЭ тебе попадется что-то из этого. Соответственно, тебе нужно большое количество вебинаров, большое количество ДЗ и человек, который с этим будет помогать. Все это есть в мастер-группе. При этом, давайте, расписание мая я еще не освещал, даже между мастерами и так далее, поэтому показываю супер имбовое расписание мая. Во-первых, спецкурс по работе в офис-врайтере и офис-калке. То есть вы снимаете с себя обязанность того и вероятность того, что вам дадут как бы не Excel и не Word. Потому что вы умеете работать в других средах. Все, вы не переживаете за то, что у вас будут какие-то другие программы, потому что вы научитесь это делать. Потом э, двоичные алгоритмы. Потом э, новые задания Python. Потом сортировки. Потом комбинаторика как раз кто-то спрашивал, да, не разбирается, вытертулся. Потом различные всякие сложные хардбастные формулировки теории игр. Э, 27 задания. Потом э, полноценное решение варианта. Потом еще и задачки из Татграда и задание номер 15 на смешанные выражения. И вы такие, кого? То есть, в принципе, вообще говоря, расписание мая наполнено именно теми вебинарами, которые э, в досроке, да, в досрочном ЕГЭ э, на эти задания дали ну, такие плюс-минус сложные темки. Если вы хотите максимально жестко заботать, если вам нужен человек, который вам в этом поможет. Если вы хотите найти большое количество материала и самостоятельно не тратить на это огромное количество времени, для вас уже все просто подготовлено. Приходите, смотрите, решайте, сдавайте. Конец. Это, собственно говоря, универсальный алгоритм того, как готовиться на 90+, то и больше. Фух. Да. Ну что, про мастер-группу рассказал если возникает опять же желание, если возникают вопросы, а возможно у новеньких ребят вопросов очень много, да, они никогда не слышали, а может меня смотрит какой-нибудь учитель или родитель, да, и так далее, и у него возникают вопросы, а сколько это там по времени занимает, а какое расписание, а кто этот человек, который будет помогать, а в какой группе это все будет происходить и так далее, и так далее, и так далее, пожалуйста на все вопросы по кодовому слову в мастер я могу без проблем ответить после сегодняшнего вебинара также можете вопросы задавать в Телеграме, без разницы абсолютно. Все ссылки на контакты со мной я в принципе указываю в описании к этому ролику. Поэтому заходите, спрашивайте, не стесняйтесь, я не кусаюсь, но только иногда. Дань, будет что-то новое для старичков в мае? Разумеется будет. Разумеется будет, дружище. Во-первых, как минимум, задачки из Татграда и все те темы, которые я только что показал, уже должны тебя натолкнуть на то, что там будут разбираться какие-то новые номера, понимаешь? То есть мы с вами как бы не будем проходить то же самое, что и в октябре и в сентябре. В любом случае мы будем решать даже на вебинарах по тем же самым темам все равно какие-то новые задания, новые формулировки, которые появились вот относительно недавно. И это очень важно, потому что досрок показал, что а, недавно вышедшие задачи, да, такие как 25 и 9, они могут спокойно встретиться на ЕГЭ. И, соответственно, если их не прорешивать в моменте появления, то есть вероятность а, очень жестко лохануться. Дань, стоит ли разбирать задания 25 старого типа, изучать задания тех типов, которые ты недавно разбирал? А, задания тех типов, которые я недавно разбирал, в принципе, ты можешь изучить за один вебинар. Вот, а старых типов все-таки побольше, поэтому, конечно, есть смысл разбирать задания старого типа, стопудово есть, и есть даже очень большая степень вероятности того, что все-таки вернут старый тип обратно на ЕГЭ. Ну, типа, новые ввели, порадовались и так далее, да, и может по опять попасться с Сарой. Ничего как бы в этом противозаконного нету, так уже такая практика на ЕГЭ э, довольно часто встречается. Так, ну что, давайте тогда на этом подходить к концу. Подходить к концу. А, по поводу вопросов на футболке и прочие, там призы и так далее, все в личку. Ну и тогда все остальные тоже в личку, раз э, на трансляции никаких вопросов нет. Давайте на этом потихонечку закругляться. Устроил я вам небольшой такой жесткий экскурс. Э, варианты полякова. Да, вроде бы открытые вебинары, там 50 минут, час и так далее. Мы с вами 2,5 сидим. Ну ничего страшного. Ничего страшного. Напоминаю про кодовое слово мастер, напоминаю про то, что времени остается все меньше и меньше, поэтому, ребят, не ждите, пожалуйста, все к вашим услугам, все уже готово, просто напишите, просто узнайте. Давайте на этом закругляться. Всем спасибо, ребятушки. Накидайте, пожалуйста, лайков на эту трансляцию, если вам не жалко. Напишите свои комментарии по поводу решения номеров. Возможно, вы найдете какие-то свои решения. Пожалуйста, обсуждения, комментарии и так далее. Все это дело приветствуется на YouTube, поэтому буду обязательно от вас их ждать. А давайте на этом закругляться. Всем спасибо, ребятушки. Увидимся с вами на следующей неделе. Всем пока. Пока.